Добрый день. Я думаю, что мы можем вполне себе уже начинать. Если у вас есть желание еще поближе как бы подсесть, то мы будем благодарны, потому что нам будет легче с вами разговаривать, более как более непринужденной обстановке. Давайте считать репетицию открытой. Вот. На самом деле у нас сегодня дискуссия проходит параллельно молодежной лаборатории или молодежной программе, которую устраивает Центр современной музыки. И, собственно, сейчас параллельно нашему событию в Рахманиновском зале начинается репетиция. И некоторые из участников, да, настоящие репетиции. А чем наши не настоящие? Мне кажется, вполне себе тоже как бы годимся на роль репетиторов в этом смысле. Параллельно нам происходит сейчас репетиция, и, собственно, это стало поводом к тому разговору, к той дискуссии, которую мы сегодня для вас приготовили, и хотим вместе немножечко разделить с вами, провести такое исследование относительно того, что такое репетиция. Это, наверное, самый большой вопрос, который можно было бы сразу объявить и поставить. Вот. Давайте я сначала представлю нас, кто будет разговаривать, кто сегодня будет, да, об этом преимущественно говорить. Евгения Изотова, Евгения Александровна, директор ансамбля студии «Новой музыки». Спасибо большое. И я, Ольга Бачихина, да, мы... Нет, можно не хлопать. Доцент кафедры современной музыки, композитор и музыковед. Да, спасибо большое. Скажем так, я была инициатором того, чтобы мы сегодня на эту тему поговорили, и Евгения Александровна не даст соврать, поэтому я сделала небольшое вступление, чтобы сказать, почему, да, почему эта тема меня интересует, почему мне вообще интересно об этом говорить, и что меня спровоцировало на рассуждение на эту тему. Вот. У меня приготовлено несколько кейсов, на самом деле, по этому поводу, которые мне было бы интересно с вами обсудить. Но в первую очередь, поскольку любой композитор сталкивается рано или поздно с тем, со средой, с сообществом, с музыкантами, с социумом, с, вообще с проблемами, да, с одной стороны, это часть жизненного процесса, жизненно необходимого, такого ресурсообразующего, то есть без которого композитору жить вообще нельзя, и как бы по-другому, надо как-то из этого выкручиваться. То есть иногда хочется, на самом деле, процесс как-то перестроить, иногда отменить, а иногда хочется как бы влиться в то, что есть. И мне было интересно на это посмотреть сразу с нескольких сторон. Поэтому те истории, о которых мне интересно было бы поговорить, как бы это истории взгляда на репетицию с совершенно как бы с, может быть, иногда предсказуемых, иногда непредсказуемых точек зрения или определенных фокусов, которые, как мне кажется, это принципиально важно, я в это как бы исключительно верю, как мне кажется, если мы меняем фокус зрения, мы реально что-то можем поменять внутри себя, внутри своей художественной практики и вообще внутри делания. Потому что репетиция — это такой очень любопытный феномен, и я как раз с этого начну, мне кажется, это очень любопытно. Репетиция — это такой амбивалентный достаточно, извините, да, продукт деятельности, если так можно сказать, когда это история про две вещи в одновременности. С одной стороны, это история про стабильность, то есть когда нам необходимо найти какой-то способ сформировать, выпустить и окончательно утвердить такой продукт, его продакшн, да, то есть в готовом виде, в приготовленном, как бы в принесенном на сцену, можно сказать, в некотором идеальном виде. Поэтому как бы репетиция становится своего рода способом как бы, повторов для того, чтобы получить максимально стабильный результат. То есть если он нестабильный, то как бы мы понимаем, что, наверное, на этот как бы продукт мы в следующий раз можем не пойти или еще как-то, да, то есть это как бы такая, с одной стороны, форма стабильности. А с другой стороны, это форма максимальной, или это история про максимальную нестабильность. И в этом смысле для меня оказалась очень привлекательна одна история, достаточно скандальная, надо сказать, которая произошла лет так 10 назад, и мне кажется, уже больше. Случилась она на одних из международных курсов современной музыки, то ли в Донаушенгене, то ли в Дарфштадте, сейчас не вспомню, наверное, в Донаушенгене. Речь идет о повестке, значит, которую вынес на сцену Петер Аблингер. Это была очень любопытная такая скандальная история, когда на сцену, да, там, где должно исполняться сочинение, в самом продвинутом имиджевом фестивале, да, Европы, была вынесена репетиция. То есть фактически пьеса, которая представляла собой репетицию, называлась она очень характерно, называлась она что-то типа «Рост» и «Массовое убийство» или «Убийство масс» или что-то такое. И, значит, эта пьеса, она как бы, у нее есть название, и она именно так себя презентовала, то есть Петер Аблингер именно так ее презентовал. Значит, это было сочинение, написанное для названия струнного квартета и программного замечания, как сказать, программки, да, комментарии, аннотации, да, спасибо большое, и аннотации.
Вот. Даже для такого супер, да, продвинутого современного фестиваля это событие стало крайне скандальным. Оно вызвало очень много дискуссий, споров вокруг того, а можно ли вообще так делать, а можно ли так было, а вот так было можно. Вот. В связи с чем это подняло вопросы очень любопытные относительно того вообще, что такое репетиция, как с этим поступать, что это такое как художественная форма, можем ли мы мыслить репетиционный процесс как художественную форму, что он дает композитору, что он дает слушателю, как реакция, как бы, как публика взаимодействует на это событие, как она реагирует, что вообще происходит в это время, ну и как бы всякое такое, да. Поэтому как бы я для чего эту историю рассказываю, чтобы показать одновременно, что репетиция — это какой-то, на мой взгляд, очень любопытный феномен, потому что это феномен, который как бы находится посередине между чем-то, что очень стабильно, и чем-то, что очень как бы деструктивно и даже нестабильно. И вот в связи с этим мне было бы интересно начать наш разговор, да, то есть это как бы такая вводная часть, о чем мне в принципе интересно было бы поговорить, и о чем как бы те истории, про которые мне любопытно порассуждать немножечко и услышать как бы ваше мнение на эту тему, поэтому я как бы крайние точки сразу задену. Вот. А начну я, пожалуй, с первой истории, да, и поскольку репетиция, когда мы говорим, произносим слово репетиция, мне кажется, первый образ и первая ассоциация, которая приходит в голову, это фильм Федерико Феллини, да, «Репетиция оркестра». Поэтому, конечно же, первая история, если вы помните этот фильм, да, этот фильм рассказывает о взаимоотношениях дирижера с оркестром, собственно, история про то, как эти отношения развиваются, к чему они приводят в результате, к какому конфликту, к какому противостоянию, да, социума и дирижера как авторитарности, как какого-то диктата, да, собственно, которому должна подчиниться, да, воле, которой должен подчиниться весь социум и вся. Все присутствующие музыканты, и, собственно, как это заканчивается, да, это заканчивается тем, что как бы оркестр возвращает дирижер возвращает свою волю, да, свой авторитет, как благо, как некоторое уже такое высшее благо, которое опять объединяет людей, ну, а как бы с совершенно замечательной фразой в конце, да, а теперь давайте заново все повторим. Вот. И мне кажется, вот эта вот идея того, что давайте теперь заново все повторим, это вот идея заложена в само название, в само слово репетицию, да, то есть как бы как повтор, как то, что мы каждый раз, к чему мы каждый раз возвращаемся. То есть эта история, с одной стороны, повтор, с другой стороны, это история про отношения. И вот про это мне любопытно стало, как бы, мне с вами интересно поговорить, какой опыт у вас, да, там, Евгений, мы... Наверное, да, можно поговорить относительно того, какой опыт отношений может возникать между музыкантами как коллективом и автором, как там, композитором, художником или кем-либо еще, либо это какие-то индивидуальные отношения, либо это еще какие-то отношения. И в первую очередь для меня я бы разграничила, да, что это могут быть отношения сообщества, да, с сообществом, и вообще отношения, которые складываются с музыкантами, потому что это всегда очень личная история. Вот. Внутри коллектива или приходящих извне композиторов? Ну тут очень, мне кажется, тут вот простор широк. Да, простор широк, да. Для диалогизирования. Я еще хочу вспомнить, хорошо вспомнила про репетицию оркестра Феллини, а я тоже в свою очередь вспомню, что когда ансамблю было почти в два раза меньше лет, нежели сейчас. В 2007 году ансамблю исполнилось 15 лет, и в этот юбилей мы сделали Московский форум, наш ежегодный фестиваль, посвященный, собственно, ансамблю. И Московский форум всегда носит какое-то название или тему, вот там. Мы его так назвали «Репетиция оркестра». И тоже ссылались как раз на фильм Феллини, и это было вот взаимоотношение. Мы в концертной практике пытались найти вот это соотношение между солистами, инструменталистами и вот обществом, да, как большой ячейкой между одним человеком, индивидуумом и вот этим обществом большим. Вот, так что все не зря. Нашли целый фестиваль получился, конечно. Да. Отклик был? Да, несомненно. Обратная связь. Да, но 2007 год он был такой не очень простой во многих отношениях. И вот фестиваль у нас претерпел некоторые такие, ну, даже не трансформации, но к нам приехал, обычно к нам приезжает какой-нибудь зарубежный коллектив или даже коллективы, композиторы. А в тот раз что-то все было сложно, и к нам приехал, зато очень символично, один из самых старейших, как мне парадоксально это будет звучать,
коллектив новой музыки. Это был ансамбль Дирай, который в том, как раз в том году, в 2007-м, ему исполнялось то ли 60, то ли... В общем, какая-то у них тоже была круглая дата от своего создания, поэтому вот арка таким образом замкнулась, вот оркестр, ансамбль и вообще вот эта идея. Вот, ну что, на самом деле мы хотели бы услышать и от вас тоже в первую очередь, да, как вам представляется, композиторам именно, как вам представляется эта идея репетиции и взаимоотношения с ансамблем? Ну, вы уже опытные товарищи, много были на разных репетициях своей музыки, чужой музыки. В подготовительных материалах ставится вопрос, что только ли это репетиция для реализации горизонтов ожидания. Uh-huh. Вот. И мне кажется, что сама реализация горизонтов ожидания — это не такое что-то такое простое. Мне кажется, это как раз что-то фундаментальное, которое такой горизонт событий, который нужно пройти, чтобы у произведения, то есть после прохождения через этот горизонт, у произведения сразу появляется множество авторов, то есть еще и подключается к авторству в какой-то степени исполнитель. И с каждым коллективом этот горизонт разный, то есть после него произведение всегда будет отличаться от того, что было до, то есть зафиксированные партитуры. Этот переход, то есть такой, сопровождается стрессом для всех, да. Вот. Часто так бывает, что первый раз, например, премьера, композитор понимает, что нужно его так или иначе пройти, там какие-то компромиссы с исполнителями и так далее. Вот. Но второй раз композитор уже решает, что все, один раз он пройден, и чего-то, с этим что-то делать не нужно. И от новых исполнителей он требует точно того же, что требовал от старых, от предыдущих. И тут стресс еще нарастает, потому что невозможно. То есть каждый раз это такой неизбежный этап, когда нужно этот горизонт событий проходить. И после него каждый раз одно и то же произведение будет появляются варианты вселенческие. В общем, варианты одного и того же произведения. Но каждый раз необходимо заново его проходить. В одну реку невозможно войти дважды. Подтверждаем истину. В одну реку дважды нельзя войти. Да. У меня есть парочка комментариев по этому поводу, самых разрозненных и самых областей разных, и, что называется, из личного опыта, да? У меня совершенно, у меня не очень большой опыт, есть люди с огромным опытом того, как вообще проходят репетиции. А если мы говорим о репетиции, как о подготовительном этапе, да, о такой нарративной истории, когда у нас четко понятно, что композитор сначала написал партитуру, потом он эту партитуру принес музыкантам, которые ее, соответственно, должны с ней определенным образом взаимодействовать, и дальше мы получаем результат. Эта история нарративная, да, у меня отдельный кейс будет посвящен тому, что такое ненарративная история в репетиционном процессе. Вот сейчас мы говорим о нарративной истории. Мне кажется, когда речь идет о нарративной истории, я сталкивалась с совершенно разными вещами. Например, у меня был диплом, в котором у меня должны были музыканты, часть текста произносить. Это дело касалось симфонического оркестра. С оркестром не так часто работаешь, потому что если работаешь, то это тоже так очень конкретно на всю жизнь. Вот. Они должны были читать этот текст, читать должны были на сцене, часть музыкантов читают, часть нет. На репетиции музыканты отказались читать этот текст, они сказали, что нам за это не платят, в принципе, справедливо, тогда сказали, не платят, за это не платят, в контракте не подписано. Но это радикально изменило мой подход к этому сочинению, потому что мне нужно было за 2 дня, и в результате я за 2 дня это делала, мне нужно было сделать фонограмму, в которой не музыканты будут читать этот текст, а текст будет произноситься, и на самом деле это казалось, с точки зрения самого произведения, это казалось более выгодной позицией, потому что дальше нет никакого момента случайности, подзвучить их надо, потому что у меня, например, был момент в другом оркестровом сочинении, когда, опять же, музыканты должны были, не так давно премьера была, музыканты должны произносить что-то на сцене, должны произносить это вместе, но вместе это никогда не получается. И вот я думаю уже сразу, я не настолько хорошо рассчитала, потому что в следующий раз я кому-нибудь из них обязательно дам динамик. Раструктор. Чтобы это было понятно хотя бы от одного.
Потому что когда они произносят все вместе, произносят это как бы, да, то есть мне нужно создать эффект того, что как бы толпа, шум, но при этом утрачивается очень важно, как бы они же не будут как солдаты скандировать текст, который мне надо, или я хочу, чтобы он частично был слышен. Поэтому как бы тоже вот надо, такие вещи не всегда продумаешь, когда это делаешь внутри своей головы. Бывает или как. Наоборот, у меня было наоборот, что я прописал, что должен читать текст, да, вот, а я перед репетицией, собственно говоря, подумал, что вряд ли исполнитель будет этот текст читать, и сделал фонограмму. И сразу сделал фонограмму. И она мне сразу же, исполнительница, сказала, что а почему не я читаю? Обиделась. Поэтому бывают случаи наоборот. Бывают случаи наоборот. Но на самом деле это... Мне кажется, надо опираться конкретно, да, от конкретного исполнителя, и от этого уже как бы для себя. Хорошо, что не знаком. Вот, на самом деле, как бы отсюда возникает некоторое следствие, да, потому что с оркестром не будешь как бы заранее знакомиться, ну, то есть либо должны быть какие-то совершенно особые отношения с дирижером, да, который позволит тебе сразу сказать, там, мы не будем, и ты на это рассчитываешь. Но вот нарративная история всегда предполагает то, что у тебя есть вот это вот, как бы, даже если ты очень глубоко любишь музыканта, ты знаешь, и ты все равно придешь к ним в момент в определенный, когда принесешь партитуру, да. Врагом. Да. Но бывают же совершенно другие истории, как бы, я знаю, что обычно это так и работает, потому что если мы начинаем, например, работу с того, что не, как бы музыкант получает не готовую партитуру, а он получает ее в процессе работы, да, или как бы ты наоборот, как бы, вот мы в том числе недавно с Татьяной Яковлевой работали над статьей, над исследованием, посвященным Джорджу Апергису, и мы много знакомились с материалами, где сам Апергис рассказывает о том, как он работает с музыкантами, как он непосредственно вступает с ними в контакт, и какое противодействие, да, оказывает исполнитель изначально партитуре, которую он получает в виде незаконченного формата. И это все, очень часто это, как это сказать, это сопротивление с музыканта, потому что, а почему я обязан в это вмешиваться, а почему я должен с этим что-то делать, и почему я должен с этим бороться, потому что очень часто, ну, по крайней мере, Апергис рассказывает, да, что когда музыкант получает такого рода партитуру, с которой еще нужно что-то сделать, то есть ее нужно адаптировать и одеть на себя, да, то есть это партитура как одежда, которая, как бы, что называется, прошивается непосредственно по размерам исполнителя. То есть учитывается, умеет он свистеть, топать, прыгать, танцевать, курить, не знаю, там, делать сальто, что он там еще, ну, может уметь, да, двигать пальцами в разных направлениях, жонглировать, да. Рост, вес, цвет волос, да. Более того, личная мифология. Я была недавно на одном из мастер-классов, где композитор непосредственно рассказывал, что он сделал свою вещь, только потому, что он исключительно перед этим собирал истории исполнителей, причем это личные истории, да, например, с флейтой относительно того, как ты вот, взаимодействуешь с этой флейтой, какая она была изначально, какие на ней телесные знаки, царапины, не знаю, там еще что-то. И это все становится как бы частью тоже некоторой деятельности, да, вообще способность там что-то дуть, не дуть. И так далее. И дальше очень часто, что сам, например, комментарий исполнителя относительно того, что происходит конкретно вот с этим инструментом, тоже становится частью работы, которая тут же записывается. И тогда как бы очень любопытно, потому что очень часто это соприкасается с документацией, да, процесса, потому что репетиция становится тоже уже некоторым актом совместного делания, которое уже часть работы. И в этом смысле мне как бы всегда интересно, потому что когда наблюдаешь, например, за картиной, и вообще, когда размышляешь о художнике, который что-то делает, ну пусть это опять будет там, художник, который рисует картину, неважно, что создает, всегда есть такой момент, когда художник просто останавливается, какую бы он картину ни создавал, 2D, 3D, не знаю, там, какой-нибудь сайт-специфик, что угодно, да, вот он ее останавливает в какой-то момент и говорит, все, стоп, вот здесь я больше не буду дальше писать, я ее как бы затормаживаю, да. То есть как бы сам репетиционный процесс как бы, как будто бы включен заранее в это творение. Да? Когда мы говорим о процессе подготовки сочинения, он как бы вроде бы другой, он не выглядит как то, что ты непосредственно видишь на сцене результат и след того всего того, что было сделано. То есть это информация, которая скрыта от глаз. То есть она как бы находится вне зоны интереса, да, и очень часто я, например, знаю в этом смысле комментарий Славы Полунина относительно своего снежного шоу, да, если, ну, как бы, который говорит о том, что для тех, кто находится на сцене, действие происходит одновременно не только на сцене, а огромная часть действия проходит за кулисами.
да, которая не просто не менее, она более интересная, чем та, которая происходит на сцене. Потому что, с одной стороны, на сцене происходит некоторое обновление, потому что, ну, каждый раз как бы не сыграешь одно и то же, это понятно, и ансамбли, естественно, так не делают. И в этом смысле, да, совершенно правильно, что каждый раз рождается какая-то новая версия, да, то есть как бы процесс продолжается, процесс не закончен, но теперь это процесс сотворчества. И в этом смысле, вот когда я говорю о первой истории, о взаимоотношениях и отношениях, мне как раз вот эта история интересна, насколько исполнитель реально может развернуть историю, которую приготовил композитор. У меня это случилось, наверное, в жизни только один раз, и вот совсем недавно, когда меня вот так вот развернули, потому что это было как раз с «Миражами», я пришла, это должно было быть в городе Чайковский, и мы репетировали, должны были, в принципе, сыграть в концертном зале, как я планировала, но при этом, значит, на флейте играл Ваня Бушуев, он мне сказал: «Оля, а ты не хочешь, чтобы мы это сыграли в спортивном зале?» Я посмотрела на него и говорю: «Хочу». И с этого момента много чего изменилось, потому что он предложил именно это сделать, а потом на репетиции сказал, что вы колонку вообще не туда ставите. Вот ее поставили туда, а она должна быть в центре. И я второй раз сказала: о, это хорошо, да, потому что я не могу все придумать, я не могу как бы всю вот эту вот, как бы, ну, я, в принципе, наверное, могу это все придумать, но иногда есть решения, которые более убедительны, чем мои, которые как бы умозрительны, которые непосредственно с практикой связаны. И вот это радикальное решение, оно позволило как бы избежать ситуации, когда мы все сидим, а наконец позволить людям ходить внутри этой истории. И это было единственное, наверное, вот так вот радикально продуктивно в моем собственном опыте, когда решение не меня повлияло целиком на то, как это будет сыграно. Это касалось конкретного случая. Конкретного случая. А не всего произведения. Да. Но, с другой стороны, твои вот это «Миражи», могут быть исполнены каждый раз по-разному. Вот, да? Это как бы тоже опыт. Очень любопытная история. А первоначальная задумка вот и с оркестром, когда они должны были говорить, сохранилась или затерлась вот второй, то есть полностью перекрылась? Перекрылась. То есть я в результате создала фонограмму. Фонограмма оказалась очень удачная. А фонограмма — это всегда какая-то документация такая интересная, потому что с фонограммой тоже как бы интересно. Ты записываешь что-то, это же тоже вопрос дублей, да, репетиции. И на самом деле, когда я думала про то, что репетиция — это повтор, я сразу начала думать о том, а как же это происходит в кинематографическом процессе. Потому что там это не называется репетицией, да, когда снимается сериал, тем более там вообще нет никакой репетиции. Там только есть понятие дубля. Дубль один, дубль два. Как бы чистовые уже. Да, то есть как бы из них уже выбирают наиболее удачные. То есть смысл не в том, что ты что-то лучше сыграешь, потому что когда мы говорим репетицию про как бы вот репетицию, как мы ее как бы понимаем с точки зрения подготовки ситуации концерта. Возникает тогда вопрос, что такое под это вот совершенно верно. Вот это как бы вот это один из моих вопросов, да, когда я говорю, что такое репетиция, а что именно мы репетируем на репетиции? А является ли это только такой тщательной подготовкой и в каком смысле подготовкой? То есть, смотрите, какой вопрос. Вопрос в том, действительно ли вы, как художники, хотите, чтобы ваше произведение было максимально четко и точно передано? Или не хотите? Мне кажется, что вопрос во многом, что это за сочинение и какой композитор. Композитор-диктатор, так скажем, как-то мы упоминали это слово по поводу дирижера, да, как режиссер, то есть композитор, который давлеет, он все продумал, он хочет, чтобы это все было сделано именно так. Или композитор готовый, либо, так сказать, вот мало опытности, либо наоборот, когда он уже настолько свободен, настолько профессионален, что он хочет каких-то открытий для себя, каких-то новых творческих возможностей, взаимодействия. Поэтому здесь, мне кажется, закладывает само сочинение. Мы говорим про репетицию, наверное, все-таки именно современного сочинения, когда играют тысяч на сто тысяч, на миллионный раз, так сказать, сочинение Бетховена. Вот, и Бетховена уже, в общем-то, все равно, вот, а публика, как она будет воспринимать и что это такое, это немножечко другое, нежели то, что сейчас пишется. И думает ли композитор, как это сочинение будет исполняться дальше,
опять же, насколько он все записал в нотах, насколько у него все продумано. Мне кажется, тут стоит разделить. Во-первых, репетиция как для того, который, человека, который что-то открывает, может быть, ну, во многом мы сталкиваемся как студенческая репетиция, когда еще открытие для себя вообще репетиционного процесса, открытие инструментов, взаимодействие с музыкантами. И когда человек уже прошел некоторый такой этап, он уже в этом понимает и делает какой-то композитор свой выбор, что для него будет репетиция. То есть ну, мы знаем, что и сейчас, да, просто отсылают, могут отсылаться ноты, и репетиция проходит без композитора, ну или он приезжает в последний момент. Ой, это всегда и, очень, да. Это трюки всегда, да. Потому что вот, на выходе ты получаешь порой такое, да, не знаю, и вот, чертенка и в коробочке. Вывод, что он сделал так или не так, почему музыканты отозвались либо целиком правильно, как, ну, вернее, ожидаемо, так скажем, правильно, неправильно, может быть, так, либо неожидаемо, и в чем тут проблема. Вот. Поэтому, мне кажется, это во многом диктует еще и само сочинение, и необходимость, и какая-то свобода или неподготовленность композитора, так скажем. Две грани. Потому что неподготовленность, когда от незнания, и действительно здесь очень важна помощь музыканта, исполнителя, и это какой-то шаг вперед для композитора. Ему это необходимо просто как воздух ознакомиться. Либо когда ему очень важно, что сочинение, как, ну я не знаю, как игра пьесы, да, вот в руках разных режиссеров. Даже на протяжении, даже мы возьмем там Шекспира, он все время обновляется, обновляется, обновляется. И даже в партитуре, ну, какая-нибудь там алиаторика или то, что зависит, не знаю, от зала, да, что связано там с электроакустикой, где мы те же динамики расположим и так далее. То есть вот что это за сочинение и чего ждет? И тут как раз вот композитор должен думать, вот что будет у меня сейчас, что будет. Сразу потом маленький комментарий, а потом Максим, да? А скажешь, у меня как раз есть ощущение, что репетиция — это не про сочинение вообще. То есть скажу по своему опыту, я часто выхожу там к ансамблю, к оркестру и начинаю всегда с одного. Давайте я вам сначала расскажу, а потом он будет играть. Вот как бы Евгений не даст соврать, и ансамбль тоже не даст соврать. Я всегда сначала рассказываю, про что это, а потом типа мы репетируем. И на самом деле скука в глазах всегда. Я не знаю почему. То ли я потому что неинтересно рассказываю, то ли в принципе как бы, то ли в принципе музыканты — это практики, которые говорят: так, знаешь что, вот это потом, а сейчас нам главное сделать. То есть это как бы абсолютно такой процесс, вот мастер, да, такой, да? Вот это вот. Что это не про сочинение вообще. Нет, это про сочинение, но это вопрос отношения и понимания. Композитор написал ноты, и вначале, может быть, должен просто посидеть, чтобы музыканты познакомились, и вообще не волноваться, не дергаться и не, так сказать, не мешать исполнителю, и потом действительно что-то прокомментировать. Либо композитор уже закладывает в свое сочинение, что это надо сказать, надо. Не знаю, вот этой серии программной, да, вот этой аннотации, но потому что вот музыканты мне очень часто подходят после исполнения, говорят: мы поняли, про что это, не в начале. И вообще другое говорят, и это самое интересное, да, потому что именно в этот момент происходит вот эта обратная связь, да, как бы художника с художником. Но начало, мне кажется, очень важно понять, что это именно вот этот процесс делания. Так, типа, как это нарезать? Так, слева направо, справа налево. Так, как это приготовить? Куда это положить? Куда отсортировать? То есть идет вопрос как бы исключительно вот таких деталей. А вовсе не то, что мы делаем там какое-то сочинение. Нам как, оно как будто само собой иногда получается. Вначале должен быть какой-то, так сказать, текст. Но это не заложено в традицию вот академического музицирования, когда есть вот партитура и как бы дальше уже творчество исполнителя трактует там. И ну как там, там еще вписано все композитором. Ну да, а то, что не вписано, это вот смотрение. По поводу трактовки, да, тоже интересно, потому что, я не знаю, согласитесь вы или не согласитесь, но, например, по поводу того же Бетховена. Мне кажется, сегодня, как ни странно, как бы можно не согласиться, это просто тезис, да,
Мне кажется, сегодня круче, например, и можно быстрее собрать зал, если придет Курензис, который будет дирижировать Бетховена. Не потому что будет Бетховен, а потому что будет взгляд художника на другого художника, и это будет куда круче, чем то, что он просто придет и покажет. И сегодня есть, мне кажется, есть очень сильный запрос публики на то, чтобы показывали вот эту историю изнутри. Типа, а как это сделано, а как это собрано, а что ты по этому поводу думаешь, а покажи нам свой взгляд, то есть как бы срежиссировать. Желание препарировать. Да? Желание препарировать, то есть сегодня, вот, мне кажется, репетиция... Мне кажется, что-то нездоровое, желание препарировать. А мне кажется, это искусство. Не оценочные вещи, мне кажется, просто как бы это некоторое наблюдение, что происходит, да, я, лично да. Я на это смотрю не с точки зрения оценочности, а с точки зрения как бы интереса, потому что, окей, это как бы рассказывает о том, что взгляд важнее, чем даже делание, потому что, ну, вроде делание, с одной стороны, вот как бы я сама говорю о том, что репетиция — это процесс делания, да, то есть совместного делания, ты то, и на самом деле самые продуктивные репетиции, как ни странно, это когда мы вместе делаем, скажи, у тебя тут пиано или пианиссимо, и если ты не ответишь, то музыканты не прощают это вообще никогда, никто не прощает. Да, то есть вот пока ты дотошно не ответишь на все вопросы, причем часто они просто провокационные, да, у вас здесь не написано в партитуре, откуда лига конкретно начинается. Не очень понятно. Да. Да? То есть это вопрос, именно вот этот дьявол в детали. Сочинение. И это как будто бы самое важное в процессе репетиции. Вот сколько я как бы репетирую, если как бы это речь идет о нотном тексте, который нужно играть именно без, там, без того, что он прячется в какой-то электронике, или без того, чтобы быть как бы двойником электроники, или еще как-то, то это всегда вопрос типа вот крайне четких инструкций. Да. И чем точнее эти инструкции, вот, тем благодарнее будут исполнители. Конечно. Поэтому здесь важно, насколько композитор готов все написать и предоставить полную, так сказать, партитуру, чему, собственно говоря, вот композиторы учатся, ну, порой, так сказать, всю жизнь, поскольку что-то новое для себя узнает и открывает. Да, но я хочу сказать, что, например, в последних опытах я отказываюсь от такого принципа репетиции, потому что мне он кажется непродуктивным. Это то же самое, как принцип аналитического подхода, да, там вот у тебя есть произведение, можно о нем узнать все, можно его, не знаю, статистически разобрать на какие угодно данные, да, здесь только пиано, здесь только там форте, здесь только нот на ре, здесь только там еще каких-то параметров, да, все это собрать, всю эту статистику получить, но это ничего не даст в результате, да, и я, например, понимаю, что в какой-то момент я очень устаю от такой статистики, и с точки зрения репетиционного процесса эта статистика тоже мне ничего не дает. То есть я вдруг поняла, я не знаю, как бы, вот особенно в последние годы, что для меня очень важно, это момент общения с музыкантами. То есть мы знакомимся. То есть для меня важнее на репетиции не то, что мы что-то делаем, я не знаю, как для них. Мне вот интересно, я попросила Наталью Черкасову прийти, чтобы она немножко фидбэк ну, как бы со стороны исполнителей дала, а что это вообще такое для исполнителя. Мне куда интереснее просто общаться с музыкантами, видеть реакцию, видеть то, как они вообще с этим работают, кому тяжело, кто ноет, у кого там еще что-то. И это настолько жизненная какая-то получается реальная ситуация, и она настолько богатая, она настолько какая-то очень естественная, живая. Она не вот это в костюмах, когда все стоят такие приготовленные, да? Она именно история про что-то другое. Это вопрос, когда композитор подключается. Композитор хочет самого начала, или он все-таки дает возможность исполнителю познакомиться, самому проанализировать сочинение, и прийти, чтобы пригласить композитора на каких-то, не на первую репетицию. Вот, бывает, не всегда есть время на такое. Это да, но тем не менее, ноты даются раньше. Познакомиться. И, может быть, человек приходит как исполнитель подготовленный или не подготовленный. Вот тут тоже вопрос. Ну, в наше современное время действительно сколько вообще изначально дается репетиций, это больше одного раза. А это всегда, на самом деле, я всегда рассчитываю на то, что у меня максимум две репетиции. Ну, то есть, как бы, поэтому... это, мне кажется, нормальный такой композиторский прагматизм. Поэтому, и более да. того, я рассчитываю на то, всегда, как ни странно, всегда, на то, что репетиция – это абсолютно нормально, когда материал сырой. И он, в принципе, должен иметь в себе потенциал оставаться сырым. Не идеальным. Но это как бы до этого кейса я дойду, я просто хочу послушать. Это вопрос немножечко такой открытый, на мой взгляд. Вот. Это, опять же, зависит от сочинения, от композитора. Ну вот интересно поговорить, что это за опыт такой. Я хотела фидбэк от исполнителей. Да. Так получилось, я вообще-то здесь не музыкальничаю, но это другой вопрос. Так получилось, что я в последнее время очень много участвую в каких-то постановках, концертных или спектаклях, не суть, важно. И по большей части, ну вот процентов 90 материала
моих руках в последнее время импровизационного. То есть, ну, дается... У меня прямо от композитора часто бывает такая задача, что, ну, у меня есть партитура, но, если честно, мне будет гораздо приятнее, если ты просто поиграешь, что тебе кажется лучше. Это, кстати, тоже очень классный момент, потому что как лучше сделать и записать для исполнителя, если я, например, хочу, чтобы он просто что-то такое делал на скрипке, там тут постучал, тут постучал, тут постучал. И мне очень важно сохранить вот эту вот как бы обновляемость материала, которая дана на откуп исполнителю, в том смысле, я объясняю тебе, что примерно делать, а дальше ты в течение времени, какого-то времени, да, держишь это состояние. И вот это, оказывается, очень сложно реализовать, как выясняется. И это очень интересно с точки зрения исполнения, и мне это, например, гораздо интереснее вот сейчас. Чем все, чем максимально выверенное. Но, опять же, зависит от музыки, от контекста, но действительно гораздо интереснее с композиторами, когда работаешь, гораздо интереснее, когда тебе дают большую свободу. Но, а вы говорите, сложно? Сложно записать или сложно, в чем сложность? Сложность. Готовы... А сложность в том, как это зафиксировать с точки зрения процессуальности. Ой, сейчас как раз Наталья пришла. Сейчас, посиди две минуты, да, как бы вникни в разговор, я очень хотела бы, чтобы ты, да, чтобы там подключилась. А с точки зрения как бы детальности записи процесса, потому что если материал подразумевает, например, мне надо, чтобы у тебя было 10 пальцев, и они одновременно что-то делали, этот палец сюда, этот палец сюда, этот палец сюда, этот, например, со смычком, а эти вот так, и желательно этот сон под грифу, да, а дальше... То есть я, как сказать, я как на репетиции подготавливаю ситуацию, да, сцену подготавливаю, типа так, значит, я планирую, так, этот палец будет здесь у меня так себя вести, этот палец здесь, этот вот с этим взаимодействует, этот вот тут ударяет и так далее. А дальше мне не принципиально вообще, как и в каком порядке, в какой последовательности, с какой длительностью, с какой атакой они будут взаимодействовать. Я рисую сцену, приготавливаю, точно так же, как на репетиции, например. Я расставила стулья, например, один стул поставила сюда, другой туда, другой сюда, пятый, десятый. Я приготовила сцену. А дальше репетиция проистекает сама собой, но она уже проистекает по законам, по которым я подготовила сцену. И поэтому у меня всегда вопрос, что мы действительно репетируем на репетиции? Да? Потому что репетиция может в результате превратиться, в общем-то, в подготовительную сцену, да? В сцену, которая может меня удивить. И вот в этом смысле, вот это вот то, что я приготовила, как сцену для музыканта, я вот, например, сделала огромную опись, да, или инструкцию относительно того, как вот это вот все должно как бы звучать, да? И дальше это может звучать в течение минуты. И это можно, как бы, с одной стороны, это можно записать максимально точно, да, у меня есть два пути, по которым я могу идти, то есть максимально точно, и тогда это будет процесс просто, типа, музыкант выучил. А второй процесс, это может быть, я нарисовала, да, определила алгоритм, по которому то или иное событие может происходить, и дальше, как только музыкант-исполнитель понял эти правила игры, мне кажется, вот, значительно интереснее, да, и ему, и мне, и в качестве обратной связи, и в качестве игры, и в качестве общения, когда происходит вот этот обмен. Потому что тогда это дело не в том, что исполнитель тогда что-то сочиняет, да, дело в том, что он себя свободно там чувствует. Вот внутри этой сцены, да, он готов, то есть, грубо говоря, я определила основное, да, а все, что происходит дальше, удивляет меня, с одной стороны, а с другой стороны, дает какую-то энергию происходящему. Но он свободнее, ему комфортнее, а в чем тогда сложность? То есть объяснить? Сложность объяснить условия игры. Потому что, во-первых, мне кажется, не все музыканты, во-первых, готовы к этому. Да. А, во-вторых, ну, если при этом они поймут, для чего это нужно, вот это сложно объяснить, да? Для чего это нужно, какой результат вот должен быть. Тогда, вот. Потому что если ты напишешь вот эту точность воспроизведения, он все сделает, но он не поймет для чего, да? Не поймет. И будет ругать тебя композитора, а за потом... то, что ты написал какую-то... И именно, вот 90% случаев в моей практике мне говорят, зачем ты вот это все понаписала, да, хотя могла просто дать инструкцию, что надо делать. Совершенно. Вот. Ну, не все готовы как бы не точно вот как-то придумать. Но если даешь инструкции вначале, ничего не понятно, да. Можно как-то точнее было написать. Правда, это все время одно и то же, да, и как бы не знаешь, где найти вот эту вот грань между четкостью, точностью и неточностью. То ли надо всегда давать как бы два варианта, типа вот хочешь иди сюда, то ли действительно это как бы всегда процесс, в смысле вот непосредственный повод поговорить с музыкантом. Да, скорее тут больше вопрос во взаимном доверии и в том, чтобы договориться о том, что вы делаете, не в деталях, а в концепции. Поставить актерскую задачу, условно говоря.
Но значит, тогда репетиция — это в том числе про то, чтобы договориться, а не про то, чтобы исполнить. Да. На то, чтобы наладить контакт в том, что ты хочешь, и в том, что у тебя не получилось донести нотации. Потому что, ну, в этом смысле, как бы, мне кажется, очень удачно, когда тот же Ксенакис говорит о том, что любая партитура может быть представлена, ну, как минимум в трех разных вариантах знаков, да. С одной стороны, это может быть обычный вариант знаков, то есть нотография, и то, что мы называем там партитура для продакшн, да, то есть когда она доступна исполнителю, написана на его языке, на котором он говорит. С другой стороны, это может быть то же самое. Композитор не нужен при этом, да? При этом композитор не нужен, да. И вы все считываете оттуда. Именно. И как бы, в принципе, это был бы идеальный вариант, да? Но каждый раз чего-то не хватает. Вот я уверена, вот хотелось бы, Наташа, спросить тебя сразу, да? Вот скажи, когда ты получаешь партитуру, да? Ну, поняла, сейчас, да? Сейчас скажу, да. Здесь такой момент, я туда... Давай, поближе. Здесь такой момент. Когда ты уже какой-то нарабатываешь опыт в исполнении определенной музыки, то ты иногда по записи уже понимаешь, что это. Это либо аллеаторическое какое-то изложение, где как раз не важно вот то, что ты будешь делать точно, например, дает жест композитор, и ты уже сам понимаешь, что здесь ты можешь быть свободен. Либо ты видишь, насколько детально это все выписано, и ты понимаешь, что здесь тебе нужно будет... Параноик перед тобой. ...разглядеть очень глубоко, и свобода родится только после того, как ты это детально сделаешь. Потому что иногда, знаете, как бывает, тебя просят импровизацию, а ты так зажат, что ты не знаешь, как ее импровизировать. И ты берешь вот этот кусок, который там, и вот ты его... А чтобы дальше самому пойти, ты не можешь. Ты действительно, ты не готов к этому. Понимаете, какая происходит вещь? А вот, а насчет Ксенакиса тоже. Ведь это же такая вещь, там, например, есть вещи, ну, просто физические неисполнения, да, там одновременно взять вот это вот все в реале, вот эту пьесу, ее же невозможно. И ты понимаешь, что он этим передает какую-то зазвучащую, то есть ты это все идеально пытаешься сделать, но если ты не захватываешь, ну ничего. Ну, мне кажется, это всегда... И это не значит, что ты халтуришь. Это не только в современной музыке. То есть, если, например, ну, вот не, было не принято там неприлично в 19 веке писать там какие-то диссонансы особо. И мне кажется, если, например, ставят, например, какие-то вот в быстром темпе нереальные аккорды в какие-то... То есть, имеется в виду, что должен быть какой-то грохот, и в любом случае там исполнитель что-то смажет. Вот мне интересно... Нет, эта эпоха ушла. Да, вот там все исполнимо и четко. Нет, вот мне интересно вот этот момент коммуникации отношений. Мне интересен этот момент коммуникации и отношений, да, непосредственно того, понимает исполнитель другой, как бы, с композитором или нет. Вот скажи, Наташ, когда ты видишь партитуру, ты всегда считываешь портрет человека, которого ты еще не знаешь. Вот как это происходит? Оно срастается или нет? То есть ты понимаешь, например, перед тобой дико авторитарный человек. Никогда об этом не думала. Никогда не думала. А потом приходит какой-нибудь дохляк там вообще, ну, не оформленный. Я беру ноты. Сырой такой дохляк. А партитура вся идеальна. Вот так бывает или нет? Мне просто интересно. Вот вообще не важно. Важно то, что берешь ноты. Ну, во-первых, мы все пришли откуда? Из классического музыки, когда мы не знаем, какой на самом деле был. Ну, да, мы не знаем, портрет, да, не знаем. Мы берем ноты, мы по ним составляем свой портрет. А что для нас портрет? Это вот именно точность того исполнения, что написано в нотах. Самое большое, самая важная задача — исполнить то, что максимально написано. Да, но максимально ты исполняешь точно. Не ноты. Ведь ты не ноты исполняешь. Или ноты? Нет, я исполняю не ноты. Не ноты. А что ты исполняешь? Это... Вот что ты репетируешь? Подожди. Ноты — это мой способ исполнить. Понимаешь, это тот язык, о котором я говорю. Да, ноты это способ для меня, а как бы очертить для тебя. Конечно, не материальное, конечно, это всего лишь средство. Соответственно, тебе нужно раскрутить это обратно. Но чем точнее я этим средством воспользуюсь, тем более четко предо мной пристанет весь... Эффект придет сам собой. Или нет? Что сам собой? Образ произведения? Вот этот нематериальный эффект, он придет сам собой? Вот типа, как бы, можно... Он придет сам собой, в том сам случае, собой, да. Если ты развиваешь себя во всех всевозможных направлениях. Сам собой, просто так, голыми нотами, он не придет. Не придет. У тебя должен развиваться внутренний мир. Это уже не к вопросу исполнительства и нот. Вот, понимаешь? Мне кажется, что здесь вот такой важный вопрос, что... Сейчас, в наше время, просто формируются еще новые
новые, что называется, штрихи, новый язык, и он находится в процессе формирования. Вот сейчас... Он всегда находился в процессе формирования, он никогда не застывал. Нет, он никогда не застывал, но сейчас у нас пока еще вот что-то формируется новое, что потом оформится, и не надо будет писать 100 слов, как вот, да, вот как ты показывала, там, и, а можно будет показать вот каким-то штрихом. Это, например, как что-то сформируется, что-то будет прибавляться. Сразу, да? Можно сразу в качестве дискуссии, вот, да? Мне кажется, это большое заблуждение, думать, что оно сформируется. Мне кажется, это не заблуждение, потому что в какой-то момент у нас... Оно все время обновляется. Все время, но оно будет прибавляться. Что-то закрепится, да, и уже станет чем-то таким, как... Тем, что нужно написать, как стакан. И тем, что неинтересно. Да, да. Как будет не знаю, как только написаны все компендиумы по техникам современной игры, я перестала ими пользоваться. Правильно. Я больше ими вообще не пользуюсь. Да. Они мне не нужны. Потому что тебе хочется открывать что-то еще, идти дальше. В этом смысле, когда оно застыло, оно мне больше не интересно. Он не застыл, потому что исполнитель живет сейчас, и каждый исполнитель для себя открывает. И все равно интерпретация идет. Ведь и компендиумы больше для исполнителей, наверное, которые предыдущие. Пользуешься компендиумами? Ну, всеми вот этими сборниками по современным техникам. Пользуешься? Да. Нет? А смысл? Вот я получаю партитуру. Вот у меня стоит. Очень все просто. Крестик со штрихом. Не пользуется. Крестик. Ничего не написано по этому крестику. Аннотации нет. Я вправе сделать все, что я хочу. А что значит все, что я хочу? Я, естественно, на основе своего опыта это делаю. Так, у того композитора это означало удар педалью. Хорошо. Самое простое. А, это надо зажать струну и нажать. А, да, можно так. Пиццикаты. Это может означать все, что угодно. Это уже ваш опыт. Дума, смотри, а дальше... Нет. Это ваш опыт. Ваш нет. Наташ, а дальше я получаю партитуру без... У каждого композитора это обозначает свое. Вообще, я вообще не говорю. Да, но ты можешь догадаться. С вашего личного опыта. Я трактую, потому что мне больше ничего не остается. Да, мне нужно что-то извлечь. И если стоит дирижер, он ждет. А что он тоже не знает? Ты знаешь, как интересно было, в том числе, маленький-маленький комментарий по этому поводу. А ты можешь принять решение, что ты с этим делаешь, только если ты знаешь личность, например, художника. Например, я сейчас приведу маленький пример. Мы вот недавно... Здравствуй, там. Мы недавно с Рачиком говорили, и у него тоже крестик нарисован. Смотри, мы недавно с Рачиком говорили на эту тему, и у него, значит, в произведении нарисован крестик. И мне стоило усилий для того, чтобы понять, что Рачик, он как бы человек с религиозными суждениями, он с религиозным мышлением. Поэтому крестик, это в том числе означает вот это. То есть и это, подожди, и это работает только с Рачиком. Это алис, это крест, это, ну, как бы, вот обычный символ, который у всех означает просто там клик или что-нибудь, у Рачика поняла, будет иметь чисто поняла религиозный контекст. И это настолько сильно, и это связано непосредственно с личностью конкретного человека. То есть ты сейчас просто связываешь личность с тем, как он нотирует. Поэтому я тебя и спрашиваю, ты это читаешь? Нет, это невозможно. Единственное, что я точно могу сказать, вот что я читаю, если у меня в партии 5 страниц, а аннотации к ней 15, вот тут я читаю. Я мучаюсь, я читаю и думаю, боже, что же делать мне, это же надо сесть. А еще если они, например, на французском. На планшете каждый раз мотать надо. Если нет планшета. Вручную. Нет, тогда можно рядом. Вручную, да, рядом. Нет, ну ты просто, то есть ты действительно, ты общие очертания какие-то понимаешь, но там куча всяких еще таких вот объяснений, куча каких-то вот разъяснений. То есть я не могу взять ноты и просто по ним играть. Скажи, какую партитуру проще играть? Максимально точно фиксированную репетировать? Или ту, которая наоборот позволяет? Максимально точно, всегда. Всегда? Всегда. Проще? Всегда. Играть, если есть задача. Пьесу, вот я слышала, когда зашла, театрализации, импровизации, это уже другое. Это если ты общаешься с автором, и, например, автор живой, здесь и сейчас, у вас есть возможность творить соавторство, вместе находить какие-то возможности, например, подразумевается импровизационность, и подразумевается, что исполнитель не просто импровизационен в данной пьесе, но и даже может что-то свое внести, и автор это как раз, может быть, даже и ждет вот от исполнителя, какой-то открытости и диалога. Вот тогда это тоже интересно и просто. Но когда ты берешь партитуру, у тебя, допустим, нет возможности с автором
никак пересечься, или он уже не жив, или что-то еще. Конечно, максимально точно. Вот как происходит это смыкание года, мне интересно. Просто у меня есть совершенно разные опыты на эту тему, с разными очень крутыми людьми. Например, с Гришей Кротенко у меня фантастические отношения выстроились. Но изначально это было так. Гриша приходит, играет мою пьесу. Так хочешь, не так, а как? Так, может, вот так. Вот с этого начинались отношения. Это было жестко, это было больно. Да, но теперь они совершенно другие, да? А точно так же у меня на отношения, например, начинались с Димой Шаровым, с тромбонистом. Он вообще не пришел на одну мою репетицию, по-моему, он игнорировал просто. И подписала еще на последней репетиции, он мне надувал шары вместе со мной. Я помню. Было задумано? Нет, так не было задумано. Но это возникло в результате общения, как мне кажется, Дима, если ты слушаешь, привет, да, в результате какого-то замыкания, да, какого-то вот этого, вот меня всегда интересует, потому что мне интереснее на репетиции не музыку разучивать с исполнителями, а с людьми общаться. Я не знаю, мне и сейчас это интересно, в принципе, да. То есть, как бы, вот в этом смысле для меня репетиция — это всегда. Вот мне интересно, а ты как на это среагируешь, да? Поэтому, когда там кто-то супер, вот эти Ксенакис, там Фернихол пишут супер какие-то конкретные вещи, это не для того, чтобы, мне кажется, исполнитель это круто сыграл, а для того, чтобы посмотреть, как ты вообще с этим работать будешь. Это же невозможно сыграть. Да. То есть это же абсолютный социальный такой провокационный жест. Фернихол, он тебя провоцирует и вызывает, типа, ответь мне, хочу твоей взаимности. Посиди правильно, со мной, подумай со мной в одном направлении, полетай со мной. То есть как будто бы, я не знаю, у меня такое ощущение, что композитор иногда, собственно, почему я начала вот это исследование делать вместе с Таней Яковлевой, так же, как исследователь, он сидит у себя за столом и такой, типа, ну кофе можно выпить, ну погулять, ну птичек послушать, но это уже дикое одиночество, оно в конце концов тебя настолько изъедает, что ты хочешь хоть какой-то реакции. Поэтому единственная реакция, которую ты приходишь, это реакция от исполнителя. Среагируй. Давай поговорим. Причем нельзя это признавать, иначе как бы нарушится чистота эксперимента. Иначе нарушится. И поэтому репетиция становится на самом деле таким центральным моментом встречи, в которой может произойти встреча, а может такая, типа, ну да. Вот я тебе скажу. Но это тоже интересно всегда. Есть такой момент, есть исполнитель, но вот когда человек закрыт от нового, вот это часто такое может происходить. Когда он, вот у него ограничивается каким-то, он даже не так, как это вас, нет, я это делать не буду, это вообще как бы, ну, то есть тут должна быть какая-то, ну, я не знаю, это зависит от человека, от конкретной личности, от его, некоторые просто не могут это делать, он готов сыграть все что угодно и сделает это вот так, он не может из себя, понимаешь, это тоже момент, это не значит, что он не общается, это не значит, что он не желает в этом принимать, он просто это делает иначе, понимаешь? Понимаю. У меня в этом смысле... Стратегии, то есть сложно. Вот, стратегия, мне кажется, очень важна, потому что вот это один из кейсов, который я хотела сегодня как бы начать, это история про реальность, да? Насколько репетиция, с одной стороны, является срезом реальности, потому что всегда, когда концертная пьеса существует на сцене, это всегда выключение из реальности. Ну, если мы говорим, опять же, про нарративную историю, то есть когда мы репетируем пьесу, она приходит на сцену, и дальше мы как бы понимаем, что мы включаемся в некоторую альтернативную реальность, да, исключающую то, что происходит здесь и сейчас. А репетиция — это всегда про реальность, это всегда про присутствие здесь и сейчас, непосредственно история, которая раскрывается и разыгрывается на твоих глазах. И вопрос, как ты в эту историю будешь включаться, как ты на это будешь реагировать, как ты будешь реагировать после. Потому что как будто бы то, что на сцене происходит, это как ария. Ну типа остановилось все движение, там ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А потом снова взаимоотношения. Типа, либо ты там рыдаешь, потому что все налажали, либо обнимаешь всех, потому что как бы все хорошо. И дальше обратно социум реальности как бы. И вот это как будто все исключается, то есть как будто этого нет. И мне кажется, когда репетиция, она позволяет нам, опять же, если возвращаться к мысли Аблингера, да, у него есть второй эксперимент, который, значит, заключается в следующем. Он называется «Эксперимент за стеклом». А у него очень много, на самом деле, вещей, которые связаны с тем, как мы наблюдаем за реальностью. Это один из его там основных концептов, связанных с музыкой, да, то есть каким образом музыка является наблюдателем реальности. Значит, и один эксперимент в следующем. Значит, сидит виолончелистка в какой-то галерее или неважно, вот она может сидеть там за окном. Важно, чтобы ее от зрителя отделяло именно окно, чтобы оно было прозрачное, чтобы мы ее видели, но не слышали. И дальше у нее как бы стоит микрофончик, и микрофончик выведен на зрителя, слушателя, там еще кого-то. И запись транслируется, да, мы видим, как она играет на виолончели, и слышим, как она играет. Но запись, которая идет оттуда сюда, как бы изнутри наружу, она опаздывает секунд на 20-30. Поэтому то, что мы видим, очень сильно рассинхронизируется
с тем, что мы слышим. И таким образом вот это наше типичное наблюдение за реальностью, да, говорит о том, что когда мы видим реальность и переживаем реальность, нам очень важно синхронизировать то, что мы видим, с тем, что мы слышим. И только тогда, когда это рассинхронизируется, позволяет нам немножечко вернуться к ощущению того, что такое реальное, и его прожить по-другому, да, эстетически по-другому, стратегически по-другому. Вот. Мне кажется, репетиция как раз может стать тем, ну, той сценой, на которой разыгрываются не просто, вот как мы сказали уже, там, социальные отношения, да, а отношения материальные, да, то есть мы уже выяснили, там, что у нас они могут быть социальные, типа сообщества, которые там тын-тын-тын, да, материальные, типа когда есть тексты, когда мы с ним работаем, да, но при этом это еще и какая-то очень интересная история, связанная с реальностью, то есть каким образом реальность входит в наш непосредственный мир, вот этот вот, и насколько она с ним дружит, с этим миром. Мне кажется, репетиция вот как раз проверяет эти вещи. Я думаю, что тут не стоит забывать, что не надо иногда ждать от репетиции больше, чем от концерта. Вот все-таки эффект сцены, я думаю, вот и Наташа тоже подтвердит, когда выходишь на концерт, это что-то, ну, какой-то особенный эффект. На адреналине все это. Что-то может быть более приземленное, на концерте это может быть что-то... Особенно когда и наоборот. Есть вот эта свобода, да, какая-то заложена, ты иногда оставляешь специально, продумывая, что ты оставляешь. А композитор в это время может сидеть в ужасе, что композитор... все, это я тоже испытывала. Да. Ой, я не что буду вставать, там сдавать, играть струны на концерте. А почему? А почему это нельзя вытащить точно так же на концерт? В смысле, с репетиции, да. Ну, то есть, почему на концерте мы обязаны заниматься вот музыкой? Ты знаешь, вот многозадача. Вот сейчас чем ты ощущаешь музыки очень сильно. Тебе, чтобы собрать, когда репетиций немного, когда не все присутствуют, когда тебе нужно понять целое, у тебя не только эта пьеса, когда у тебя целый концерт, ты должен посмотреть сверху на произведение. И тебе некогда сейчас. Вот тебе надо сейчас просто взять это по форме, и вот, например, все композиторы присутствуют, и говоришь, я сделаю, я поняла. Закон сохранения энергии. Но мне, да, мне нужно сейчас немножко более цельное. Мне сейчас важнее услышать, что где происходит, потому что у меня их мало, этих репетиций. И я сейчас не буду заморачиваться на какой-то одной детали, например, композитор вот именно смотрит, какой флажолет. Понимаешь, а ты вот видишь, что он видит этот флажолет. Нет, есть видишь, такие, ты которые... Ты доставишь палец. Понимаешь, и ты понимаешь, что он это видит, сейчас тебе это скажет. И ты говоришь, я сделаю, я знаю. И сейчас у меня не помечено. Сейчас еще... То есть есть какие-то нюансы, которые, конечно... Энергию сохранить для... Да, а концерт — это что? Ты в любом случае весь собираешься, что бы ни было, ты совсем по-другому... Выходишь, ну да. Смотри, ты разделяешь все равно, у тебя есть репетиция, репетиция — это одна форма, а концерт — это типа вот вообще не про репетицию. Всегда. Вообще не всегда так. Вот когда, например, это не давай так. Вот ты говоришь себе, сегодня нет сцены, например, очень волнуешься играть какую-то пьесу сольную. Нет сцены сегодня, просто день я живу, я выйду на сцену, я продолжу жить, я выйду со сцены. Бывает так. Ты же это значит, что ты очень сильно в данный момент плотно собрал все в себя, и что для тебя продолжить просто жить, это и значит донести вот то самое, что там написано, и как ты это слышишь, и чтобы все не расплескать, и это жить все... внутри. А расскажи о своем опыте. Ты играла Фелдмана, когда все в спальных мешках лежали? Играла. Вот что это такое? Ой, это ведь это по-другому, смотри. Вообще абсолютно время. Расскажи. Значит... И там как было... строится, как бы, я понимаю, опять же, вот в этой истории, когда все на тебя смотрят, нужно, да, это как бы, опять же, есть произведения, где инструменты не синхронизируются. У каждого свой ритм, каждый играет свое, играет протяженного времени. А есть произведения, которые написаны строго синхрон. И вот этот вот Филипп Гассен, это произведение, которое длится 4 часа 40 минут. Извините, я просто смотрю, потому что у нас может быть... Не, нормально, да. Оно идет беспрерывно, полностью синхронно. То есть внимание твое, твоя концентрация, она абсолютно всегда присутствует. Ты не можешь играть свое, где-то расслабиться, 5-8-5 часов. Ну, какая разница. Нет, ты не можешь. Ты все время с ударной сплетью, ты находишься вот так. Ну и как это было? Люди ходили, выходили, ложились в мешки в эти спальные. Проект назывался «Сон». То есть они на тебя не смотрят в это время, никто тебя не оценивает, никто тебя вот так постоянно не слушает. Понятно, ты вообще можешь уснуть. Это такой формат. Это такой вот формат исполнения. Как на этой репетиции действует? И как вот в таких условиях репетиции? Ты имеешь в виду, как мы репетировали?
Как в таких условиях репетиции взаимодействует вот с окончательной формой? Ну, на репетиции, наверное, не спали. Смотри, репетиции здесь это дни, это не часы и время, это день, посвященный. Так. Обеда. Ну, потому что. Или без обеда на голову. С каким-то, сегодня возьмем вот этот кусок, мы первую страницу учили 5 дней. Пять дней. Мы не могли сыграть вместе, чтобы в конце у нас сошлось. То есть мы у вас шестнадцатых, 3 16-х, 4 8. То есть одна репетиция одной страницы. 2 16-х, и у всех это в перебой. А на конце страницы это все вместе, потому что в сумме все они, вот если вы посмотрите эту партитуру, первую страницу, в конце первой страницы это все должно быть одинаково, там 56, например, 8 всего, да, и они сходятся, но они все по-разному. И ты считаешь, что это та-та-та-та-та-па-па-та. И у всех так вот перебито. Не можем сойтись и все. Вот расскажи мне про опыт, когда репетиция длится день. Не 40 минут, не час, не два. Что это такое? Это время ты не чувствуешь, потому что ты играешь музыку, которая о другом времени. Так, это что-то... про реальность или это про реальность? Это про реальность. Это абсолютно реальность. У фильма абсолютно реальность. Это не такое, что ты время сжалось, ой, миг пролетел, я тут 5 часов сижу. Нет, это не про это. Она идет постепенно. Про что это? Она идет постепенно. Она идет нота за нотой. Ты проживаешь. Иногда это очень тяжело, потому что ты устаешь, устаешь физически. И устает внимание, устает голова. Музыка — это все время звучит в твоей голове. Звучат это та-та-та, вот эти поддрабливания, чтобы ты четко играть, это все звучит. Но ты при этом в какой-то момент это куда-то улетает, и остается просто вот эти звучащие тембры, звучащие пласты, ты прям наслаждаешься, как оно. То есть это ты живешь спокойно, встречаешься, репетируешь, считаешь, дирижируешь, стучишь, включаешь метроном. И концерт не сильно от этого отличается. Концерт — это уже когда ты все собрал. Дай бог, у тебя будет одна генеральная, когда вы сделаете прогон и упадете. Потому что это тяжело. У меня был забавный момент, я скажу так. Я очень боялась физиологически, что я не выдержу. Я не пила воду весь день. Это как с Мариной Абрамович, когда знаменитый в присутствии художника, да, она рассказывала историю, когда у нее там специальное отверстие было в стуле сделано для того, чтобы не ходить в туалет. Ну, потому что да. Которым она так и не воспользовалась. Но я поняла, что когда я сяду играть, я поставлю между челестой и фортепиано стакан воды. Потому что у меня будут паузы, если вдруг, и надо было 10 минут сыграешь на сцене, тут вот так вот прям все. И я поставила этот стакан, и мы вышли, и нас объявили, и я ногой задела. И как ты себя чувствовала вообще? Ну я поняла, что предстоящие все 4:40 я буду без воды. Без еды, я начала страдать. А потом мы начали играть. Да, то есть это был вот один миг, когда мы страдали. Все, я не выдержу, все, я не могу. Все. Но мы репетировали, а как? И мы сели, начали играть, и как-то музыка это все вовлекло, и люди перемещались. Там еще был какой-то абсолютно, на мой взгляд, ненужный балет. Они периодически появлялись, такие, пройдут проход. Там же трава лежала искусственная. И мы в середине сидели втроем, вот так вот, треугольником. Вокруг трава и вот эти вот мешки. И балет такой, как в трико, они пройдут. И ушли. Потом еще проходит время, они опять грубо выходят. Они даже не репетировали. Ну, правда было. Ваня все время говорил, портит нас. Многословно. Ну что удивительно, 102 страницы А3 длится. Сидела 4 часа. Да, но они, некоторые страницы идут так, что уже 16-я только. Нет, это 16-я страница. Вдруг пошли 69, 78, 92, и уже вот это самое место, вот когда вот это все кончается, и там надо прям сойтись было в каком-то. И мы уже все изнеможденные. Ну это прекрасно было. Следующая страница 102, и я понимаю, что. Я не помню этого времени, которое мы прошли. Не было вот этого, к чему ты готовишься и думаешь, что это будет очень тяжело, и не было этого. И вот 102, ну почему оно заканчивается? То есть вот это сожаление уже о том, что оно заканчивается. Мне в этом смысле очень интересно, знаешь, еще что?
опять же, как вопрос о реальности, да, только что был концерт в камерном зале филармонии, там было сочинение Ивана Соколова, которое называлось «Соната», «Носата», и как бы процесс исполнения этого сочинения пояснял сам себя, то есть комментарий, который делает пианист, там, вот сейчас я вам сыграю побочный парт, главный парт, она звучит вот так, да, а в этот момент вот этот делает так, ну, сыграй, ага, ты вот это вот так, и то есть ты как бы, когда композиция проясняет саму себя по ходу, становясь одновременно частью репетиционного процесса, причем этот репетиционный процесс, он одновременно является процессом, который происходит. Он заложен так, чтобы он исполнялся именно так. Когда сочинение проясняет сам себя, да, и в этом смысле был совершенно замечательный пример с Сашей Чернышковым, да, на русской музыке 2.1.2.0, 1.2.2, да, сколько там, когда, да, его сочинение, оно именно вышло за пределы, то есть как бы сочинение, которое само было репликой, да, на репетиционный процесс, которое вышло из берегов и в этом смысле воплотило идею репетиционного процесса, потому что так часто и происходит, да, и в этом смысле оно разрушило абсолютно вот этот формат, который должен придерживаться автор, потому что ему отведено столько-то времени, да, но как бы всегда репетиция — это всегда то, что ты заходишь на территорию другого, это тоже социальный феномен, когда ты начинаешь, да? У меня 15 минут, и так далее. Ну, то есть это же тоже часть, как бы, часть истории, в которую мы попадаем, как бы невинно вот так вот, да, Остаться без репетиции. У меня был один такой опыт, когда я осталась без репетиции, у меня была премьера, и мы так и не сыграли, звук не отстроили, сыграли, и я рыдала после этого. Ну, то есть это всегда часть реальности, которая исключена. У меня было, но мне кажется, очень важно. Рояль уехал, и я закончила играть в углу. Это было на Дынке. Там педагогическое училище есть. 100 лет назад мне сказали сыграть пьесу перед студентами. Просто какую-то небольшую миниатюру. Я вышла, ребята все совсем не такие, как музыканты. Ну, другое. Все такие немножко буфетом пахнет. Ну, зашла я там пирогами, и как-то они все... Ну, очень живые, прям такие вот шумные. Я не волнуюсь совсем. Выхожу, стоит старенький такой рояльчик, я даже не помню какой. Я села, не разыгрываюсь, мне его предлагали, говорю, да не, я приду, сыграю. Нажала аккорд, поехал. Рояль. Вот так первый аккорд. Вот так вот стул. Ржач на весь зал. Просто, ну, действительно, там, ну, как хочется. Я думаю, нет, не до смеха. Хотя бы в последнем такте поехал, я вот эффектно. А тут, и я дальше за этим роялем. Я еще аккорд, а он от одного легкого прикосновения едет. Я не пойму, в чем дело, почему так легко едет этот огромный инструмент. И вот они остались вот там, а мы к шторм туда. И там я закончила. Это было ужасно. Это прекрасно. У меня горели уши, у меня горело лицо. Я просто, ну... Да. Вот это тоже часть вот такой. Мне кажется, опять же, сегодня, если вспоминать Феллини, да, у него есть совершенно замечательный второй фильм, ну, другой, да, который называется «Элеана Виван», и корабль плывет, и который заканчивается тем, что будто, ну, как бы, вот как раз расширяется поле деятельности, когда нам показывают не фокус, который видит камера, да, потому что фильм — это не про другую реальность, это всегда про часть реальности, которую видит камера. Потому что все, кто снимает фильм, всегда видят эту реальность шире, чем она есть, да? То есть помимо боксов, которые происходят действия, всегда бутафория, которая как бы вокруг. И Феллини в этом, да, в том числе в фильме, снимает вот эту вот условность, да, внутри которой происходит действие, и раскрывает нам трюки, да, благодаря которым это все происходит. Что на самом деле это не корабль, там палуба, которая автоматически движется, люди, которые меняют освещение, на самом деле там нет ни грозы, ни ветра, ничего, ветряные машины, подсветка, да, и ты понимаешь, что это все абсолютно театральная бутафория, которую ты считываешь как фикцию, которую видишь на экране. Тебя показывают подложку, тебе показывают вот эту вот изнаночную как бы часть того, что на самом деле то, что происходит, не есть то, что есть на самом деле. И в этом смысле мне интересно, потому что репетиция, да, если как бы мы понимаем, что есть репетиционный процесс в смысле, который является настоящим, то то, что происходит на сцене, это фикция или настоящее? Это у меня такой вопрос, как все. Это у меня вопрос, как все. Это естественно настоящее. Ну, с точки зрения самой жизни, получается, это фикция? Нет. Это немножко другие, разные вещи, мне кажется. Кино и объектив, который... Ну, там кадрирование как в пространстве, а концепт во времени. То есть вот небольшой кусочек, который... Ну, смотрите, например, подготовленный рояль, да? А репетиция... Это момент, когда ты, вот, ну, препарированный рояль, это когда ты что делаешь? Препарируешь рояль, засовываешь туда все, да, вот это вот все, готовишь. А когда ты выкатываешь рояль на сцену,
Никто же не видит того, что там спрятано. Очень то хорошо. Есть, эта вся история, она скрыта от глаза. Она скрыта. Богу. Почему? Должна быть, то есть получается, что репетиция — это всегда то, что скрыто от глаза. Это то, что недоступно другому. Это как черновик. Вот видишь, мы же можем перенести объектив там, попасть. Вот мы сейчас именно это и делаем, да? Ну, то есть фактически мы меняем фокус взгляда. Концерт — это все очень просто. Это результат репетиционного процесса. Но его не видно. Ну, в этом, наверное, магия какая-то. Тогда у меня еще одна, есть еще один кейс, который было бы интересно обсудить, который, мне кажется, как бы исключает некоторые вещи. Я, например, один раз проделала такой перформанс, это называлось «Путешествие, у которого нет конца и начала». То есть путешествие заключалось в том, что я села в, значит, в поезд, с тем, значит, я была в резиденции в Швейцарии, и я села в поезд в Базеле с тем, чтобы 12 часов провести в поезде и вернуться в Базель. Вот. То есть это по Садовому кольцу. По Садовому кольцу, да, совершенно верно. То есть точно так же можно здесь кататься, в принципе, полчаса, по Садовому, да, или полчаса. Быстрее все, да, не 12 часов. Но 12 часов — это на самом деле квест такой, как бы провести в дороге. А, и мне показалось это как бы очень важным, потому что, именно потому что эта история про то, что когда мы концентрируемся на чем-то, что имеет конец, мы исключаем нахождение в момент самого как бы процесса, мы исключаем процесс из нашего внимания. Потому что как бы смысл в том, почему меня всегда раздражает вот, понимание того, что кто такой композитор. Типа композитор — это который партитуру сделал. Нет, партитура — это все ерунда. Партитура — это долгий процесс накоплений, кумулятивный эффект моей деятельности за 3 месяца. Вот если вы хотите увидеть след того, чем я занималась последние 3 месяца, например, вы можете посмотреть в партитуру. Но именно потому, что мы мыслим себе концерт как конечную деятельность, да, типа самое важное — это то, что происходит на сцене. Но это не так. Или так? Мне кажется, это так. Позвольте? Да. На самом деле, тот посыл на репетиции, который композитор передает исполнителю, это включение ментальных фильтров исполнителя. А вот сама фильтрация зависит от, здесь я с Натальей согласен полностью, от наполненности самого исполнителя. И насколько композитору удалось донести до исполнителя то, чего он хочет. Без взаимодействия, без тесного взаимодействия, это не представляется возможным. И концерт как Эльдорадо. А вот случится это Эльдорадо или нет? Я согласна, но при этом, важно, смотрите, конечность, когда конечность исключает процессуальность, это говорит о том, что я хочу, чтобы ты мне любовь тут показала. Все, слово «любовь» и конечный результат. Она говорит: послушай, ну любовь — это вот, это же про то, что вот это вот томление, разочарование, наоборот, excitement какой-то, да, там, то, что их поразило, то, что зависимость, да, и много-много всяких нюансов, которые связаны с ощущением и переживанием, а не потому, что это результат и конец. И типа я бы говорю так: о, то, что я чувствую, это вот это, или там злость, да, я чувствую злость. А что такое злость, да? Я же не могу сказать, что злость — это вот я вот выразила вот в одном слове. Это не так. Потому что злость — это переживание, которое длится. Это ваш посыл и содержание исполнителя. Да, но произведение зачастую тоже является концентратом ощущений, заложенных внутрь, которые разворачивает исполнитель. А не потому, что он как бы в конце концов к этому пришел. То есть ты, грубо говоря, с этим сочинением можешь жить. Потому что ты его, например, прожила в том смысле, что оно проходит какое-то становление внутри, и вот оно сейчас такое, но на этом оно не закончилось. Оно живет себе дальше. Да, оно не закончилось. Оно не заканчивается на этом. Композитор проживает, пока он его создает. А исполнитель проживает как бы еще раз по-своему, проживая вместе с композитором то, что он видит много. То есть получается, нам позволяет репетиции увидеть процесс переживания, а вовсе не результат, который на сцене. Потому что на сцене мы показываем только, ну типа вот назвали, то есть это прозвучит. Не только репетиции, я думаю. Вот если ты действительно живешь какой-то пьесой, и ты ее делаешь, и ведешь ее к так называемому в простом понятии времени концертной точке, все равно должна быть. Мы не можем, мы должны время делить на отрезки. Иначе мы заходим. Зачем нам нужно? То есть, мы не смотри, можем. То есть сцены как медалька, да? Типа я молодец, мне похлопали, я ушел. Не поэтому. Не поэтому. Потому что мы должны, понимаешь, это как какие-то моменты, которые делят для нас время. Только так мы чувствуем это движение. Движение без. Только так мы получили. Без отсчета, оно это будет стоять.
Мы зачем выходим на сцену? Время, оно тогда остановится. Понимаете? Мы зачем на сцену выходим? Чтобы оценку получить? Нет, молодец? Не оценку получить. А что? Мы выносим продукт своей деятельности. А если мы его на сцену не выносим, то не, нет, нет продукта? Нет, конечно, она была, он же отражается в продукте вся вот эта. Ты понимаешь, что, в чем дело? В чем продукт? Как мне говорит, зачем? Педагог в училище? Ты, мы готовим сейчас к конкурсу. Да. Три года, огромная программа. Даже если ты не пройдешь никуда, мы сделаем большую работу. Вот, ты, тебя это очень как бы двинет, ты выучишь очень много, три тура будешь держать в руках, угу. И это же не воля, значит, что я потому конечную, что это тренирует твою это волю. Это же не значит, что я конечную точку, я же к ней не дохожу даже, допустим, если я не прохожу никуда. Но я делаю какую-то наработку. Я сейчас говорю о том, что время, не отмеренное отрезками, перестает длиться. Оно останавливается на нас. Ну так репетиция тогда выходит про тренировку воли, чтобы сделать это классно, без ошибок. И тут понимаешь, как может быть? Тут может даже быть так, что даже когда ты сыграл, процесс продолжается. Когда ты сыграл на сцене. А иногда ты сыграл так, что ты думаешь, ну да, впереди большой еще отрезок работы с этим. То есть иногда это же вот... Ничего не останавливается, и нет этой остановки, на мой взгляд. И сцена – это никакая не медалька. Это продолжение процесса, но это очень с важный какой целью? Момент какой фиксации. У него выход? Ты элемент появляется. Какой? Публика, ну, конечно. Значит, что? Она же тоже участвует в этом. Конечно, да, да. И принципиальная разница между репетицией и концертом, что вот, появляется третий неопознанный летающий объект, который я представляю. Всем привет, я слушатель. Всем привет, я слушатель. А что происходит дальше? Переживание уже третьей точки. Есть система утраивается. Есть довольно популярно в последнее время, они часто вспоминают, такая философская практика. Нет пути к цели, путь есть сама цель. И концерт – это не цель, это часть пути, цели нет. Вот смотрите, у нас сейчас с вами разговор, да? Смотрите, какая ситуация. То есть, на самом деле, то, что сейчас происходит, то есть, это одновременно и концерт, да? Ну, то есть, типа, например, мы говорим, вы меня слушаете, да? Вы публика, я, типа, выступаю с речью, да? С одной стороны. И репетиция, потому что мы, как бы, вы реагируете. Вы имеете возможность, то есть, я закидываю мысли, я говорю тезис, а вы реагируете. Вы имеете возможность, да, дать обратную связь. И в этом смысле есть продукт, который, как бы... который не существует до тех пор, пока сообщество не дает на него обратную связь. В том смысле, что пока оно не порождает дискуссию. Да, как я очень люблю вот этот пример, который перед ГЭСом стоит, замечательный совершенно, да, как феномен социальной общественной дискуссии. Не важно, как бы, что про него говорят, важно то, что про него говорят, потому что в нем заложена амбивалентность того, как это можно интерпретировать. И можно интерпретировать как продукт, о котором часто говорят, нет, вы что там видите? Я там вижу продукт, да, творчества. А кто видит друга? А я там вижу, что это отходы творчества. Да? И за счет того, что этот образ амбивалентен, это порождает дискуссию. Но эта история именно про то, как мы приходим в зал, как мы слушаем и как мы реагируем на эту самую, на этот самый, как это сказать, на что-то, что вызывает в нас обратную реакцию. Да? И тогда можно сказать, что вещь состоялась не только потому, что она состоялась, а потому что она сработала во мне. И когда мы говорим о том, что, например, какая-то вещь гениальная, еще что-то, это не потому, что в том числе, я как бы сейчас сильно упрощаю ситуацию, это не потому, что вещь гениальная, потому что она во мне сработала, и она породила общественную реакцию на это. И как бы чем больше этих реакций, тем больше говорит о том, что эта вещь, как бы в ней заложен этот самый дискурс, без которого вещь не существует. Но концерт — это тоже репетиция чего-то дальнейшего. Да, вопрос был в том, что есть цель, так вот цели нет. А мне цель. Да, нет, я не соглашусь. Ну и правильно. Во-первых, я думаю, что ставить цель – это неплохо, это не отрицательно. Ставить цель – это в этом не заложено ничего отрицательного, на мой взгляд. Ну, какая цель – вопрос. В данном случае мы говорим о музыке, тут уж точно ничего отрицательного нет. Во-вторых, что такое, с чем отличие? Ну, понятное дело, что да, публика какое-то уже более приподнятое за счет этого состояния. Второе, что все-таки на концерте всегда мы знаем, что вышел на сцену, что бы ни случилось, играешь до конца. Я думаю, это основное отличие от репетиции. На репетиции мы можем себе позволить
повторить. Мы можем позволить себе остановиться и сказать: ребята, давайте еще раз, или мы разошлись. На концерте, вот как раз для чего эти самые репетиции нужны, что на концерте мы не можем уже себе, мы должны дойти от начала и до конца. Причем с какой-то, ну, поскольку я все-таки тоже выходила на сцену, просто понимаю, что это чувство, так сказать, исполнителя в том числе, вот, что надо дойти, и чтобы и случилось, донести, и все-таки нечто более возвышенное сцена дает, что-то такое, что-то, волшебство сцены есть. Это не всегда, не всегда, но безусловно, это зависит от исполнителя, от того, как можешь справиться с волнением, но все-таки во многом она дает что-то, и часто что-то, вот как раз какое-то что-то положительное, что-то волшебное, то, что не просчитать. Да. Мне кажется, вот это мой предпоследний кейс, на самом деле, про ненарративную историю, нарративную историю, да, что как, и действительно мы можем переживать. То есть если мы мыслим процесс нарративно, то есть у нас есть, например, я сначала написала, потом передала исполнителю, исполнитель исполнил, и как бы конечный результат, да, то есть есть некая линейная история в том, как рождается, например, какой-то конечный продукт. Но эта история не может, как бы, она не всегда линейна, да, и как мы знаем, вот это немножко набившая оскомину гадаровская фраза о том, что история может быть начало-конец, начало-середина-конец, но не обязательно в таком порядке, да, она как бы говорит как раз о том, что эта история может быть не нарративной, что мы можем начать с конца, а именно с концертной ситуации, а потом из этого устроить, грубо говоря, репетицию, а можем слить форму и содержание таким образом, что содержание репетиции или форма репетиции станет как раз ее содержанием эстетическим, да, который вытащен на сцену, который демонстрирует нам сам процесс как таковой, процесс делания, как художественную форму, которая реализуется на сцене. И в этом смысле смешивает два понятия, да, репетиционного процесса как длимости переживания и процесса, который происходит здесь и сейчас в смысле реальности и готовности. И как бы, когда мы говорим как раз о том, что мы, то есть домысливаем это, то есть смысл в том, что это мышление, то есть, или то, как мы переживаем репетицию, оно может стать абсолютно творческим, абсолютно художественным, в том смысле пригодным для сочинения. Вы сочинили. Вот вы сочинили в эту всю встречу. И насколько... Сочинили. Да. И насколько вы ее уже... С вашим участием, кстати. Да, да, да. Насколько было продумано все-таки, когда уже есть, да, вот ты говоришь, один кейс, второй, третий, насколько что-то уже сочинено, да, вот у нас такая репетиция, да, концерт, от этого все-таки зависит. И если композитор... Спасибо большое. Вот, и надо, если все-таки не что-то не сделано, но не получится, результат будет другой. Поэтому здесь все-таки важно, что сочиняет композитор. Сочинять он может по-разному. Он может все выписать досконально, и, в общем-то, он даже не нужно, как вот там говорили, что, так сказать, партитура упадет на необитаемый остров, ну, вернее, на обитаемый остров, люди первый раз откроют и тут же ее сыграют, и ничего им не нужно. Вот. А другое дело, когда есть жажда вот здесь, надо что-то симпровизировать, здесь что-то, но композитор уже это закладывает, что да, здесь должна быть свобода, здесь что-то должно быть. Поэтому, мне кажется, все-таки важно, что человек думает и насколько, какое сочинение, так скажем, какое, чисто композиторское, диктаторское, или композитор хочет вовлечь, во многом вовлечь исполнителя как соавтора. Он всегда, конечно, исполнитель вносит свою интерпретацию, конечно, это очень много значит. Но насколько дается это желанная эта свобода? А нельзя этот как бы аспект тоже интерпретировать, что композитор вроде как ничего не указывает, что он хотел, а мы вот вынесем. Ну, значит, это будет другое сочинение, если... Ну, это будет версия того же. Это будет другое сочинение тогда, вот об этом и речь. Ну, видите, у нас вот была сейчас какая-то форма дискуссии, потом пришло событие, да, и как бы оно разделило форму, да, то есть оно стало как бы некоторым незапланированным действием, но, тем не менее, которое активировало внимание, потому что все так собрались. Тем не менее, так было запланировано, что это может быть. Не планировали. Нет, я имею в виду, что мы просто не знаем, что он как бы нам дал на нашу интерпретацию. То есть он, но если у него не указано в нотах, что интерпретировать нельзя, вот именно вот этот аспект
Я вам сейчас, я сейчас, собственно, в конце хотела поделиться тем, что такое форма, как содержание, но я перед тем, как бы поделюсь с вами, хотела услышать, потому что у меня еще две были до руки. Да, да, ну, можно попробовать сформулировать свое композиторское впечатление, взаимосвязи, как раз эти репетиции, концерты и всего остального. А что если попробовать посмотреть на вот эту цепочку с точки зрения самого произведения? То есть вот мне, например, кажется, что композитор, он когда создает сочинение, он как бы являет миру какой-то вот концентрат своих переживаний, мыслей, там, да, своего какого-то опыта. И он предлагает таким образом как бы некую призму, какой-то фильтр, через который люди, имевшие контакт с этим произведением, теперь могут воспринимать реальность. И эти люди — это исполнители, это слушатели, это просто случайные люди, которые оказались вовлечены там, да, в эту историю. И сам композитор в том числе. И получается, что вот эти вот репетиции и концерт — это всего лишь часть истории большой вот этого сочинения. И каждая из этих точек в этой истории, она рождает целую цепочку, уходящую как бы в бесконечность для каждого участника этого процесса. Абсолютно. Я как бы сейчас... Май, скажешь что-нибудь еще, то, что хотела сказать? Ну, да, я хотела сказать. И потом я за это тоже зацеплю. Тебя, да, кстати, это продолжается. Вы имеете в виду аттракцию? Приведите. Привлекательность, что аттракция? Все разносторонние расположенные точки сводятся где-то воедино. Я имею в виду, что вот каждая репетиция, каждый момент столкновения с этой музыкой, когда кто-то ее послушал в плеере у себя, когда кто-то ее сыграл на репетиции, когда кто-то послушал ее, проходя мимо зала, а когда кто-то ее услышал в зале, все это точки на пути истории этого сочинения. И от каждой из этих точек начинается история каждого человека, кто столкнулся с этим сочинением. И дальше он несет в себе как бы частицу вот этого, да, фильтра, предложенного композитором. И он смотрит на реальность уже через этот фильтр. Кто-то познакомился с кем-то под эту музыку, например. Кто-то именно в этот момент думал о чем-то, слушая эту музыку. У кого-то палец заболел, когда он играл трель в этом произведении. То есть, да, это совершенно разные могут быть истории. Интеллектуальные, там, душевные, физиологические, но это все истории. На них есть иерархия все-таки. Но зачем мы их подвергать иерархии? Каждый из них самоценный, это же здорово. Как истории, да, но как сочинение само, все-таки разное. Что мы слушаем в зале и что мы слушаем... Я вот сейчас хотела поделиться, собственно, одним таким сочинением, над которым я работала, и видеоверсию, которую подготовила, она всего 7 минут длится, даже 6. Я буду благодарна, если вы как бы со мной разделите как бы результат, который у нас получился. Сейчас Майя дам слово. А просто именно я как бы скажу, про что это будет история. Это будет документация процесса репетиции. Да, и да, документация процесса поиска, который является не готовым материалом, в смысле, что он прошел какую-то фильтрацию, что он прошел какое-то сито, да, а он является непосредственной работой с реальностью, которая возникает здесь и сейчас, документируется и становится как бы конечным продуктом. Когда вот эти вещи, когда у тебя сырой материал должен превратиться в готовый материал, не работают. Когда сырой материал одновременно является готовым материалом, и когда репетиция одновременно является рождаемым событием, само по себе происходящим, а не потому, что ты его отфильтровал, расчистил и приготовил, в смысле, много-много раз повторил и вынес на сцену. И мне кажется, вот как раз репетиционная форма, она дает способ мыслить и переживать то, что ты переживаешь непосредственно, как работу с реальностью, как работу с материалом. В непосредственном контакте с материалом, потому что таким образом ты можешь понять, какой материал есть на самом деле, не придавая ему никакую форму. Я вот накрасила сегодня глаза, да, но фактически как бы я встала, у меня сегодня были красные-красные глаза, потому что я не выспалась, и я вынуждена все равно это как бы немножко, да. Вот я походила немножко, все равно они красные, я понимаю, что они красные, но это сырой материал, да, то есть как бы я могу как бы свое лицо показывать сырым, какое оно есть, и тогда вы будете читать реальность не через то, как я приготовила себя и вышла к вам, а через то, что я есть на самом деле, и как я как бы контактирую с реальностью, в смысле, какой она след на мне оставляет, да. Вот тут морщинки, тут что-то не дотянуто, тут как-то не уложено, как мне бы хотелось идеально, да. Оно, в смысле, вот сырое, оно как есть, да, оно не... Можно, но мне хотелось бы еще добавить, что мы часто сейчас обсуждали, вот рождается сочинение, и фактически сразу у нас репетиция. Но и даже и в современной ситуации у нас, может быть, сочинение родилось,
и оно еще ждет своего исполнителя. Такое, ну вот это, как бы, это на самом деле тоже открытый очень вопрос относительно того, что такое момент рождения, да, сочинения. Вот оно что уже есть, в мозгах оно уже есть, конечно. И оно лежит и ждет. И это может быть... Если это часть нарративной истории, то оно еще не состоялось. Да. Если это часть не нарративной истории, то оно уже... Да, вот и есть. Вот в том-то и дело. Если оно сейчас не существует, например, вот любая симфония Бетховен, любое как бы произведение, если оно сейчас не звучит, оно существует или нет? Существует. Ну, то есть, как бы ни у кого же нет вопроса о том, что оно существует или нет. Да, не потому, что оно задокументировано или не задокументировано, звучит или нет. Любой музыкант возьмет партитуру. Да. А сколько есть пропавших сочинений, да, ну и замечательная совершенно классификация Борхеса, который как бы рассказывает о том, как можно упорядочить живущих животных, да. Что есть несуществующие животные, да, есть несуществующая музыка, есть пропавшие животные, пропавшая музыка. Это не значит, что их не было, да, но они как бы существуют где-то в реальности, в которой не укладывается ни в эту реальность, ни в репетиционную, ни в готовую. Тем не менее, мы должны как-то, мне кажется, научиться взаимодействовать с этой реальностью, научиться продуктивно из нее доставать художественные формы. Сказать, что когда отодвигается момент исполнения, так сказать, первой репетиции, несколько меняется и сам композитор в том числе. Например, он сочинил это сочинение год назад, 5 лет назад. И через 5 лет, когда он уже у него новые сочинения появились, вот он возвращается к этому сочинению в момент репетиции. Это все-таки уже немножечко другое, чем когда это идет так вот линейно, да, вот такой стрелочкой ноты, тут же мы исполняем, тут же репетиция и вынос. Вот. Ох, мне кажется, вот как бы, много ли вы знаете юношеских сочинений неизвестных композиторов? Мы знаем юношеские сочинения известных композиторов, именно потому что нам интересно не юношеские сочинения, а нам интересен путь, откуда они ушли и куда пришли. Да? То есть не потому что нам интересен факт этих сочинений, а потому что нам интересен как раз вот этот вот вектор, да, направленности того, что там уже было и то, что мы не заметили. И в этом смысле очень часто, например, Лахин рассказывает о своих, грубо говоря, там, семействах и все прочее, и делает отсылку на Веберна. Вот на одну единственную страничку, он всегда показывает эту единственную страничку, там, да, 5 пьес для оркестра или что там, да. И вот он ее показывает, и из этой странички, где никто ничего не увидел, все мимо прошли. Он на ней сконцентрировался, он ее проработал и вытащил оттуда как бы очень много из своих идей, да, из одной странички Веберна. Вот это я к тому, что мы очень многое, на многое не смотрим, просто в силу того, что у нас есть как бы вот один вариант, мы посмотрели и прошли мимо. А репетиция – это то, что дает нам возможность вглядеться, слушаться, замедлиться и увидеть, разглядеть то, что не видно на концерте. Потому что один раз недостаточно для того, чтобы узнать человека, в смысле по его визитной карточке. Вот сыграли пьесу, ушли, от этой пьесы может остаться только одна мысль. Может быть, она будет центральной, может быть, она будет самая важная. Но ты никогда не разглядишь детали. То есть аудиальный образ невозможно, как бы его невозможно взять и все время в нем находиться. Только если комнату заполнить аудиальным образом, наверное, тогда в нем можно жить и все время ходить и разглядывать какие-то 3D-аудиодетали. На концерте это сделать невозможно. Никогда. На концерте. Поэтому на двух, на трех, на четырех, да. Это же всегда, да, как бы история во времени. Ты никогда не разглядишь этих деталей на концерте. Никогда. Вот не говорите мне, что вы настолько гениальны и просто виртуозны в том, что вы разглядите все детали. Вот сегодня будет исполняться, не знаю, там огромное количество людей, которые потратили, опять же, от 3 до 6 до сколько там месяцев для того, чтобы это создать. А мы уйдем с концерта, и у нас останется, дай бог, 1/100. Нет, я имела в виду, что переслушивать, но переслушивать целое сочинение или репетиция, когда мы слушаем кусочками. Все-таки это разные вещи. Ну, в общем. Майя. Ну, это уже ушла. Ушла из тема. Я тогда можно, да, Коль, да, хочешь сказать? Ну, я просто быстро то, что, ну, из какого-то собственного опыта, то, что когда ты играешь в оркестре, во-первых, ты когда являешься частью оркестра, то ты слышишь по-своему, ты слышишь через инструмент, вот, и ты слышишь то, что не слышишь, грубо говоря, сидя в зале, вот, и даже когда репетируешь, ты можешь слышать какие-то кусочки, или когда отдельные группы играют какие-то фрагменты, ты можешь слышать, вот, это круто, а когда, типа, весь месяц оркестр играет, этого не слышно, вот, например, да, и как, не знаю, ну, это как... какой-то вот такой, скажем, композиторская, не знаю, практика, или вот как-то вычленять какие-то личные тебе, как кажется,
моменты из вот этой такой, не знаю, репетиции, вот как, возможно, да, но главная мысль тут была именно про то, что то, что вот оно во время репетиции абсолютно разное, и оно может быть бесконечным вот с разных точек, и вот это бесконечные варианты могут тебя как, вот, не знаю, подкидывать какие-то мысли. Вот. В репетиции ты можешь в одновременности как бы процессов находиться. Прыгнуть с этого места, прыгнуть с этого места. То, что не позволяет сделать, кстати, никогда концертная ситуация. Концертная ситуация — это всегда ход по маршруту, по стрелочкам. То есть из пункта А в пункт Б. Ты обязательно, как сказали, да, обязательно, если начал, то надо закончить. То есть нельзя сыграть так, кто-нибудь из публики там, а сыграйте, пожалуйста, еще раз сначала, там вот такой классный мотив, да, промотайте, пожалуйста, назад и сделайте еще раз. Вот почему нельзя? Почему нельзя? То есть в современной музыке это в современной музыке пожалуйста, и на серьезных площадках можно сейчас тогда немножко концерт это сопротивление материала каждый раз, то есть когда композитор отдает, сначала он сам сопротивляется, когда он его ищет, потом он его нашел, зафиксировал, отдал исполнителю, дальше уже материал сопротивляется исполнителю, ты его себе подчиняешь, гоняешь тело, выводишь на сцену, и дальше ты его защищаешь от публики. Есть произведения, которые должны пройти этот путь сопротивление. Защищаешь от публики, не вмешивайтесь. Да? Что нет, вот как раз будет полезно какое-то осуждение, да, допустим, играет современное произведение для консервативных бабушек филармонии, вот, и они, Ну, так же, как у Лавенгера, да, вот это самая современная аудитория. Это укрепляет вот, материал, и он растет, из-за этого он меняется, и поэтому нельзя останавливаться на концерте. Ну, как правило, сопротивление – это форма согласия, да, как бы, то есть это обратная форма согласия. Через нее. Через, да, через сопротивление. То есть нельзя не пройти вот этот момент напряжения. Поэтому нельзя останавливаться на концерте, поэтому нельзя... Мы не можем что-то... Но произведение в любом случае всегда... Поэтому выходит и перед концертом. Суд публики всегда есть на концерты. Да? Мы же понимаем, что публика, концерт — это не история про то, что ты исполняешь, а это история, на самом деле, про суд публики, как и суд Париса. Это даже не работа, которую ты... Вот я сделал, вот моя работа. А ты, когда выходишь на концерт, ты приподнят поэтому, потому что... От себя ты его уже защитил, теперь от всех остальных это давление. Ну, поэтому люди волнуются на сцене. Да. Такие социопсихологические моменты, опять-таки, по иерархии, о том, о чем мы говорим, это очень низко. Это все приходящее, текущее. Вот в том-то и дело, что детали, мне кажется, для композитора очень важно обращать внимание на детали. Публика конкретного этого зала. Хороший тоже. Расстояние 5 километров есть та идеальная публика, которую в эту же секунду оценивают. Но ты никогда об этом не узнаешь. Ну, правильно, и что такое публика? Это же мы включаем такие громоздкие абстракции, которые не позволяют выйти на какой-то объективный анализ. Тут философски начинаем, мы очень разные компоненты сейчас впихиваем в нашу... Тема большая, очень, да. Тема большая, и сами элементы для анализа, они очень разноприродные. Они не все для этой игры категории, так скажем, не все подходят, чтобы выйти на что-то такое. Мы пытаемся песочек немножко расчистить, да, то есть мы впервые говорим о теме, которая не является предметом дискурса, да, то есть репетиция, ну, у нас не является, она уже давным-давно в мире обсуждается. А цель, причем пришедших в зал людей. Какую цель говорим? Цель концерта со стороны. Понимаете, вот сейчас о слоне говорят слоны. Это если говорить такое слово. Вот вы сейчас говорите о репетиции именно с позиции. Ну, людей изнутри. Допустим, есть элементы, о которых бы я могла сказать, просто как рядовой слушатель без претензий на что-то. Продвинутый слушатель еще бы что-то сказал. И получается так, что даже само понятие цели, цель какая? Посыла со сцены в зал, есть такая же встречная цель, посыла из зала на сцену. В результате эти посылы пересекаются, какой-то происходит разряд звезда там, или бабах или что-то. И опять цель литургии. Да, вот допустим, есть участники, есть ведущие, есть ведомые.
цель концерта. Точно так же есть ведущий, есть, условно говоря, ведомый в эту музыку, да, приглашенный в нее. Результат какой? Ну, надо, наверное, вспоминать греков, мы должны вместе пережить какой-то опыт. Вот, может быть, целью и есть совместное переживание вот этого опыта и всеобщего, и уникального. Наверное, единственный этап, может быть, результат положительный. Я даже иногда иду за отрицательным, потому что я хочу перевести. Я же даже не знаю, будет ли он положительным, опять плюсы, минусы. Это опять все-таки мелочи. Это про опыт. Вот, это про то, как это поменяет, да, потом жизнь. Плюсы, минусы, вот я говорю, это функция как бы вытаскивания эмоций, оценок. Это все вторично. Потому что даже все это имея, ругаясь, хваля, восхищаясь, презирая, негодуя, мы на это идем все, и вы со стороны сцены, да, и мы со стороны аудитории, а мы хотим этого. И вот даже, может быть, не цель, а ради чего? Вот это ради какое-то, вот это вот родение, служение, и служение опять-таки не то, ради чего? И это не совсем цель. Потому что, ну, как бы, мы можем сказать, что кайф есть цель, да, но это тоже, опять, а кайф-то от чего? Это немножко не то. Что-то в это время происходит, мы никогда не знаем, что, и вот ради этого мы тут. Но можем сейчас мы говорить красивые, возвышенные слова. Там, как, ну, я да, понимаю, о чем вы говорите. Да, но, наверное, не нужно просто, чтобы да, не профанировать это дело. Часть пути к кайфу. Ну, это такое циничное немножечко упрощение, да? Кайф – это удовольствие. А то, к чему мы идем, не всегда удовольствие. Не всегда удовольствие. Подвижение, страх, слезы, огромный опыт эмоционального сопереживания при трагических каких-то моментах, которые, да, связаны с выдающимся. Вроде какой тут уж кайф? Мне тоже так кажется. А кажется, скорее, да. Тут очень разная шкала, но именно скорее сильный эмоциональный опыт, разно окрашенный. Ради этого композитор в конце концов рожает вот это вот, что он хочет. Забавное, игровое, интеллектуально игровое в том числе, или плод его действительно потрясений, они же могут тоже выражаться в разной форме. Иронии игры это не обязательно монументальная, да, какая-нибудь симфоническая форма, а может должна соответствовать каким-то очень серьезным переживаниям. Прекрасно знаю, современная музыка дает другие примеры, да, понятно, да, ну тот же Фелдман, да, это же как Воротка, это совершенно две галактики, которые встретились. Ну, это еще и такая абсолютно. Да, там Альбом не пахнет, правильно, но если как сравнивать, но не менее мощно по своей сути. Поэтому вот как-то я как со стороны, как слушатель, да, как еще представитель такой заковыристой профессии, которая все анализирует, у меня немножко хотелось вот как бы встревать, потому что мы в одну кастрюльку кидаем очень разные ингредиенты, как бы очень разные понятия. Но в целом, в общем, наверное, что-то с вами не получилось. Спасибо большое за обратную связь. Да. Я тогда, позвольте, я хочу сейчас просто показать вам одну работу, которую я делала. Ну, считайте, что это будет такая первая публичная презентация, да, потому что мы эту работу сделали сначала в виде перформанса, а сейчас я ее задокументировала. И именно в своей такой документации она мне очень нравится. Я два слова расскажу, о чем это, и как бы и включу, чтобы мы это посмотрели. Значит, это как раз одну вещь, которую я делала в определенных пространственных условиях. То есть речь идет о таком специальном водном резервуаре, в котором я оказалась случайно. Совершенно случайно, потому что меня туда привел мой куратор, можно так сказать, типа, посмотри, как тут прикольно. Я сказала, да, оставьте меня тут, пожалуйста, на 40 минут. Просто оставьте и уйдите. Я вот просто здесь останусь, а дальше вы не будете ни послушать, ни подглядывать, что я тут буду делать. Вот. И как бы вот эти вот 40 минут я провела с тем, что я ходила, что называется, пробовала своим голосом, что это такое, как это звучит. То есть это было ничто с точки зрения того, что я не создавала никакую композицию. Вы услышите, о чем идет речь, потому что вы услышите эту запись, которую я делала, находясь внутри этого особого пространства. В чем суть пространства? Дело в том, что это пространство имеет реверберацию в 30 секунд звучания. То есть любое слово, произнесенное в этом пространстве, звучит таким образом, что у него огромный след. И поэтому это не просто этот зал, вот что бы я ходила тут, ощупывала бы голосом, ну тут как бы оно здесь не работает. Либо я должна создать условия, в котором бы это, например, работало, да, или как-то я должна таким образом сконструировать свое аудиопредставление о том, что такое эта комната, я бы, например, сделала, если бы у меня был такой шанс с этой комнатой поработать художественно, например, да. Вот. Но я хочу сказать, что вот, например, да, у меня было 40 минут на то, чтобы там что-то сделать, что-то записать. У меня с собой было
как бы, слава богу, оборудование и телефон. Больше у меня ничего с собой не было. Поэтому как бы заранее, естественно, поскольку я записывала то, что я делала одновременно, чуть-чуть документировала и поставила этот зум для того, чтобы записать, собственно, аудио, которое я там произношу, текст. Единственное, что у меня было заготовлен, текст, но он был заготовлен совершенно по другому поводу, для другого проекта. И я как бы подумала, о, классно, я буду произносить здесь этот текст, в разные углы ходить и слушать, как он будет звучать. Вот. Значит, я произносила этот текст, и дальше, когда мне 40 минут закончилось, и ко мне пришли и сказали, все, типа уходим, потому что тут как бы другие люди, они должны делать там что-то, какие-то другие вещи. Я попросила еще раз прийти туда. Мне разрешили, меня туда привезли второй раз, и второй раз я схватила за руку подругу, ну как подругу, приятельницу, с которой мы познакомились в резиденции, потому что она параллельно делала свою резиденцию, мы с ней познакомились на какой-то встрече, я говорю, пойдем со мной, мне одной скучно. Она такая говорит, ну ладно, мы пойдем, потусуюсь там. Значит, когда мы туда пришли, в это самое место, стало понятно, я ее попросила, говорю, слушай, а теперь давай ты что-нибудь произнеси тут. Я вот походила, а теперь давай ты что-нибудь произнеси, я тебя тоже позаписываю. И она попроизносила, и вот мы вместе с ней попроизносили. То есть ничего не готовилось, ничего не создавалось, я даже не понимала, что из этого что-то получится, да. То есть то, что вы услышите такую постдокументацию, которая как бы сложилась в результате того, что после того, как я записала, послушала и поняла, что это невероятно, да, я из этого родила проект. Я ничего к этому не прибавила. То есть все, что я сделала как следствие документации, которую я провела в результате двух аудиосессий, одна из которых длилась 40 минут, а вторая длилась полтора часа. Вот. Все. Дальше из этого получилась, на мой взгляд, очень красивая история, которую мы продолжаем жить вместе с ансамблем студии «Новая музыка», потому что это история во времени. И Женя не даст соврать, эта история у нас уже побывала минимум в двух вариантах. Сначала в Рахманиновском зале, потом в арсенале зала Нижнего Новгорода на фестивале «Картинки с выставки». Причем в Рахманиновском зале дважды. И будет третий раз повторено, да, в декабре. В декабре, 4 декабря. Да, здесь будет концерт в ансамбле студии «Новой музыки». И вот эта история как раз про вот это, про случайное, да, про такое репетиционное, про стихийное, про случайно возникшее какое-то найденное, да, удивительное совершенно звучание, которое превратилось как бы в продукт. Как бы, и в этом никто не виноват, скажем так. Да. Это не запланированная абсолютная вещь, и она не запланированная, значит, идея в том числе в том, что поскольку я работала с реальностью, я поняла, что реальность — это и есть моя тема. И в результате как бы этой реальности дальше эта запись стала как бы способом передать ту реальность в этой реальности. И поэтому единственное, что я сделала, я перетащила ту реальность, вот что я там делала, вот сюда, в Рахманиновский зал. И воспроизвела это здесь с музыкантами, то есть музыканты делали то, что делала я. И, собственно, музыканты же стали таким, как бы, дальше я просто расшифровала пространство на музыкантов, и музыканты стали пространством. То есть я перенесла Бруды, вот этот самый водный резервуар, на музыкантов, а свои хождения на перформеров. Все. Получилась вещь, на мой взгляд, которая не является ни репетицией, ни как бы... Это не репетиция. Это была проба. Игра и проба. Вот репетиция — это есть проба. Да. Да, проба. Или проба на немецком, а проба на... Проба всех всего. Вот. Вот то, о чем мы сегодня еще не говорили, да? Вот эта коннотация, которая есть у слова репетиции на языках. Итальянском и немецком. Да, да. Вот, пожалуйста. More?
Zach in here. Такая вот история. Вот. Ну, мы можем включить свет. Я думаю, что мы сейчас там какие-то такие заключительные слова скажем, потому что уже времени достаточно много. И я понимаю, что... Во-первых, спасибо всем большое за разговор. Я очень благодарна за то, что вы пришли и внесли свой вклад в эту значимую для меня дискуссию. И как бы... развили для меня эту тему, потому что мне хочется как бы продолжать существовать внутри этой темы. И, конечно, я вас приглашаю на концерт, который состоится сегодня с участниками молодежной лаборатории, часть из которых присутствует здесь и сейчас. Концерт состоится в 7 часов, вот там в Рахманиновском зале, поэтому присоединяйтесь, мне кажется, там еще репетиции идут, наверное, может туда заглянуть. Вот так. Большое спасибо всем. Спасибо.